Думбрингер, Люцифер. Люцифер был лидером штурмового отряда Думгуард, первой атакующей волне Пылающего Легиона, ведомым темным лордом Саргараса. С исчезновением своего лидера, Люцифер поклялся вечной преданности Легиону, дабы завершить то, что начал его хозяин. Поглощая более слабых противников во имя своей алчности, дробя души тех, кто достаточно силен и храбр, Люцифер не оставляет живых. Те же, кто предстают перед его ликом, пройдя через все преграды, умирают в агонии злого рока. Ну ты, конечно, и урод. Закончи то, что я начал. Иначе я вернусь и дам тебе под хвост. Первый раз, когда я увидела этого демона, я немного испугалась, но потом я поняла, у него нет защиты и мало инты. Короче, он тупой. Ну ничего, без интеллекта тоже в дотку играют. И что теперь? Не пикать героя, у которого мало мозга. Так это бред. В чем-то ты прав. Ну вот и все. Жми одну кнопку и выигрывай. А я не понял, какого хрена вы еще не подписаны на YouTube-канал? Да, видимо, они тараканы вонючие. Вот и все. Этого с руки, по идее, запиливаем. Спектру еще можно. Вот этого сюда вот так вот делаем. Слушайте, ну это почти на вставочку. Жесть, как меня замедляет, да? Но я, блин, канусь. Не, ну это и на вставочку еще можно, между прочим. Поведется, нет? Хорошо. Подамажим. Хорош. Но это рэмпейдж на самом-то деле. Ой-ой-ой, хорош. Как он влетает туда. Но я умер, скорее всего, да? Эх, он не попадает. Ой, хорошо. И того, вот этих тоже. Блин, ес, красавчик просто. Сейчас очень много сделал. Но я попробую... Нет, стан я не откачу. Жалко думка, да. Ну, дай мне, плиз. Манта не купил. Да где моя манта? Эй, что? Где моя манта? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд, но прежде чем мы перейдем к разбору этого гайда, хотелось бы... Да ты лох, у тебя спонсоров даже нет. Блин, я что, виноват, что сейчас в Ютубе такое время, что нету ни спонсоров, ничего не работает? Как бы, я что могу сделать? Да мне все равно, знай просто, что ты лох и все. А, я понял. Ну, ты да, вот, если честно, знаешь, что я бы тебе сказал? Иди отсюда, да давай, слышь, еще с тараканами разговаривать буду. У меня сегодня, между прочим, новый гайд. И ты давай, давай, да блин, сейчас тапку возьму, пошел отсюда. Таракан вонючий. Сам таракан. В общем, ребята, у нас сегодня, конечно же, гайд на Дума. Такой нестандартный у нас начало сегодня. Хочу поблагодарить, конечно же, спонсоров, которые еще есть на YouTube-канале. И, конечно, друзей, ребят, близких, родных, сватов, братьев, сестер, короче, всех абсолютно, кто заходит ко мне на стримы в 19 по МСК и кто поддерживает всю движуху, розыгрыши, всякие различные турнирчики небольшие. Ребятки, всем отдельный респект, спасибо всем, кто поддерживает. Реально, низкий поклон, благодаря вам мы двигаемся вперед. И моя аудитория, которая у меня есть на YouTube-канале, где мы все собираемся, да, имеет возможность что-то поиметь с моего канала. Не только контент, но еще и какие-то плюшечки, ребятки. Спасибо всем, кто поддерживает, реально от души. Сегодня, как вы поняли, у нас уже гайд
на Дума, ребятки. Вот такой вот у нас персонажик. Это Думбрингер. Он такая вот простенькая у него моделька, как вы понимаете, да? И, конечно же, смотрите, какой хвост у него. Огромный хвостяра у этого демонюги. И сегодня мы узнаем, конечно же, как работают наши способности. Как работает Devour, как работает у нас Scorched Earth, как работает Level Desk. Кстати, многие не знают, как он работает, да, не знают, как делится, но я сегодня все это поведаю. Ну и, конечно же, как работает у нас Ultimate Doom. Дум у Дума. Сегодняшний гайд у нас получился, ребятки, интересный, потненькие каточки. И, конечно же, перед просмотром теории рекомендую подписаться на YouTube канал, поставить лайк. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра, ребятки. Начинаем. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Devour. Данная способность позволяет нашему герою унаследовать какую-либо способность у нейтральных крипов, вот у этих крипчиков. Ну и, конечно, получать дополнительное золото, дополнительное, и при этом еще получить золото за мгновенное убийство персонажа, которого вы захавали. Очень классная способность, которая реально позволяет увеличить ГПМ нашего персонажа. Как она работает более досконально, сейчас мы это будем разбирать. Хоткей у нас Е, прокачали данную способность. И, как обычно, что мы должны сказать правильно? Ну-ка, Нерубчик, подскажи. Волка бери. Вот, волка бери, конечно же, только волка. Других героев и крипов, вообще крипов не существует. Кстати, ребятки, для тех, кто не знает, какой крип что дает, да, в случае, если мы его захаваем Думом, я напоминаю, по ссылке в описании вы можете зайти и посмотреть, какие нейтральные крипы у нас вообще есть в лесу, и, в принципе, ознакомиться с их способностями. Дум, он такой персонажик, который, смотрите, образно, я приведу примерчик. А, как работает Devour? Вы можете взять крипа с уникальной способностью только из леса. То есть это будет Фурболк, это будет Кентавр, это будет Кобольд, это будет Совух и так далее. Вот эти сатиры. Но это не могут быть образно Форджеты, Инвокеры, это не могут быть Некрономиконы, это не могут быть там кабаны Бистмастера, это не может быть птичка, это не может быть волк. Вы можете их скушать, получить за них золото, получить за них бонус золота, но способность с этих крипов вы не унаследуете. Прикиньте, как было бы круто, если бы Люкана волка вы могли схавать, да, и получить инвиз, хп-регенерацию и крит. Но это так не работает, запомните, это очень важно. Вы можете захавать вот этих крипов, да, то есть лесных, и получить с них способность. Вообще кушать можно почти все. Обычных крипчиков, крипов-героев, как я уже сказал, некрономиконов, кабанов, там всяких вот это. О-о-о, кабаны, это отдельный вопрос. Напишите в комментариях, кто понял, почему нельзя хавать кабана. Окей, далее смотрите. Конечно же, вы можете схавать все, что угодно, но именно если вы хотите получить способность, это только нейтральные крипы. Я надеюсь, вы этот момент уловили. Ну что ж, давайте разберем по применению, как у нас что происходит, и, в принципе, поехали. Дальность применения у нас 300 единиц. Вот образно вы идете такие и видите такого фурболга в лесу, да? Думаем, что с ним делать? Конечно же, захаваем. Обратите внимание на золото. Смотрите. Опа! Вы получаете сразу же мгновенно золото за этого крипа. То есть считается, как будто если бы вы его добили, то, соответственно, вы бы получили это золото, да? То есть получается, когда же вы убиваете крипа, вы получаете золото. А тут вы мгновенно с этим съеданием получаете за этого крипа уже золото. Правильно? Как будто вы просто добили этого крипа. Ну и, конечно же, если у него, у этого крипчика были какие-то способности, а именно у Фурболга это клэп и, конечно же, аура скорости атаки, то вы сразу же их получаете. Они прыгают вот сюда сразу же, и все у нас простенько. При этом, обратите внимание, появляется вот такой вот таймер, да? Таймер перезарядки, то есть не перезарядки получится, а переваривание этого крипа. И у вас в это время недоступен Devour, то есть он никак не кликабелен, ничего. И как только крипчик переварился, вы получаете бонусное золото, которое у нас варьируется в зависимости от уровня прокачки. Очень важный момент. Чем меньше хп у крипа в данный момент, то есть у него там 100, 250, тем быстрее он переварится. Тем самым
вы сможете скушать дополнительного еще раз крипчика потом, сразу же, либо сразу же, если вы хотите получить золото, то желательно крипы немного подбить и захавать его. С уровнями прокачки у нас также еще и уменьшается кулдаун, поэтому, если вы схавали большого такого крипа, и он будет долго перевариваться, он будет перевариваться дольше, чем у вас будет проходить КД. И это будет немного неправильно, поэтому нужно ХП там немножко подслил, да, если у тебя девоур не раскачан, то можно схавать сразу, а если у тебя девоур раскачан, то желательно ХП подслить и укусить. Так что вот такая вот, ребятки, у нас тема. Далее, что у нас будет происходить, когда мы захаваем следующего крипа образно? Пусть это будет кентавр, вот мы подходим к нему, да, смотрите. Опа, мы его захавали, получили все как надо, золотишко получили, экспу получили. И у нас сразу же вот эти способности, которые были, они заменились на вот этот варстом. То есть теперь мы можем клепать, как этот кентавр. Нажимаем образно хоткей, который здесь прописан. В данный момент это W, а на вот этом урбалге, по-моему, F или C было, я не, точно не помню. Обратите внимание, W подсвечится, да? То есть вы можете спокойно этой темой пользоваться. Ну и опять-таки идет индикатор, и как только вот этот индикатор у нас дойдет до конца, мы получим бонусное золото, естественно, и кайфанем. Один из самых неприятных моментов, которые я, в принципе, обусловлю здесь, еще обусловлю в игре, это то, что когда у вас кто-то находится в желудке, то вы не можете прокачать девоур. Это сделано для того, чтобы вы не обузили с голдой, наверное. Ну и, конечно же, нужно быть немного бдительнее, если вы хотите прокачать девоур, да. То есть у вас образно, как я делаю, я качаю один, на один раз девоур, чтобы можно было способность сворвать. Потом макшу 2 и 3. То есть если я захочу с какого-то левела прокачать девоур дополнительно, когда у меня уже кто-то есть внутри, то тут иконки не будет. И вы можете вкачать атрибуты, прогулять долгожданный дополнительный, да, вот этот левел девоура. То есть не забывайте про то, что когда у вас кто-то переваривается, то иконки на прокачку даже нету. Вот такой момент. Ну и что ж, в принципе, по применению вы все поняли. Выезжает табличечка и поехали. Смотрите, дальность применения 300, дополнительное золото 25, 50, 75 и 100 золота. 100 золота просто за съедание крипочка в конце вы получите. Это очень много. При переваривании здоровья в секунду. 20 здоровья в секунду переваривается. То есть у нас за 10 секунд получается, смотрите, 20 в секунду. И 10 секунд это получается у нас сколько-то там. Я, если честно, недавно проснулся и считать я не могу. Считайте сами. Вот, окей. И требуется у нас маны, смотрите. 60 маны и перезарядка 70, 60, 50 и 40 секунд. В каждые 40 секунд вы можете что-то хавать и получать по 100 бонусного золота. Все, гениально. Данная способность блокируется к иммунитетам и заклинаниям в случае, если на крипчике висит репел, вы его не скушаете. Вот и все. А развеять вот это нельзя. В случае, если дум сдохнет, то золото вы, в принципе, сразу получаете, и все, вы находитесь в таверне. Короче, вот такая вот у нас первая способность. Хавать эншентов нельзя, а очень жаль. Конечно же, очень жаль, я бы взял какого-нибудь дракона, у которого есть промахи, он там, или данские промахи, да, то есть вы поняли. Ну и, в принципе, по данной способности все простенько. Волка бери, как обычно, других героев не существует, крипчика вернее, и все, и погнали душить. Следующая способность на нашем персонаже это Scorched Earth. Данная способность очень жестко позволяет персонажу ДПСить и при этом, конечно же, увеличивать стойкость нашего персонажа. То есть добавляет дополнительную какую-то вещь. А именно, какую, спросите вы? Это отхил. Конечно же, вы начинаете жестко хилиться. Ну и одним из бонусных моментов, которые у нас здесь имеется, это, конечно же, увеличение скорости передвижения во время этой способности. Примечательно, данная способность очень интересна. Если раньше Doom накидывал просто поле в одно определенное место, вот сюда, допустим, туда, то есть это поле там стояло, то сейчас это поле огненное двигается за Doom. Это очень круто. Хоткей у нас Т, прокачали данную способность, и давайте применим и посмотрим, что у нас будет происходить. Нажимаем хоткей Т и посмотрите, в радиусе все, а к слову, радиус данной способности 600 единиц, все начинают гореть, и Doom начинает регенерироваться очень хорошо, то есть вот этот скорчит, который дает ему не только АОЕшный вот этот ДПС, но еще и реген, который ему дается, да, с этого скорчит, то есть ХП реген у нас повышенный, смотрите, повышенный хп реген, хпшки очень быстро бегут, и это очень круто, при этом Doom еще и быстро передвигается. Самое интересное, что весь реген, который у нас идет со скорчета, он сюда вот плюсуется, и вы можете посмотреть, сколько у вас в данный момент хп регенерация. Очень крутая способность в сочетании с радиенсом,
Ну и, конечно же, в зависимости от уровня прокачки у вас ДПСа и хила становится больше. Ну и длительность данной способности тоже у нас улучшается. Единственное, что остается неизменным, это бонус к скорости передвижения. Самая вот эта классная тема, это то, что у нас именно бонус есть еще к скорости передвижения 16%. Да, это немного, но в совокупности с, образно с кобольным, с тревелами, да, и плюс с нажатым скорчетом, то вы очень быстрый, а в лотаре вы бегаете просто 522. Каточка у нас будет, конечно же, касаемо МС, да, то есть там будет определенная стратегия, нужно будет двигаться правильно. И, в принципе, я надеюсь, вы поняли, применение крайне простое, нажали, побежали, начинаете убивать и драться. Выезжает табличечка, и давайте досконально разбирать. Смотрите, у нас радиус действия 600 единиц. Как вы поняли, это поле ходит за нами. Естественно, в радиусе 600 единиц все будут подвержены вот этому ДПСу, конечно же. Но хил идет только на самого Люцифера. Ну и на призванных существ, которые у нас есть. Образно там какие-то вот, да? Где у нас эти? Где у нас тролли? Короче, если вы тролли поднимаете, да? Тролля схавали, вернее, и поднимаете скелетиков. Скелетики, конечно же, регенерируются. Да, вот такая вот у нас приколюха. Следующий момент, который у нас тут есть, это урон лечения в секунду. 12, 23, 34 и 45. То есть 45 хп в секунду вы будете восполнять. И при этом 45 магического демеджа вы также будете наносить. Это на ласт уровне. Дополнительная скорость передвижения 16%, длительность 10, 12, 14 и 16 секунд. Ну и монокосты такие. 60, 65, 70, 75. Перезарядка 55 секунд. И данная способность у нас наносит магический урон. Соответственно, в БКБ она не работает. Худы пайпы, конечно же, смягчают дэмэдж с этой способности. Ну и развеять с дума скорчит Earth невозможно. Огромное количество хп можно на ласте захилить просто под этой способностью, 720 хп. То есть, прикиньте, на седьмом уровне у Дума примерно там 900 хп, и при этом с зажатым скорчетом у вас еще плюс дополнительный 700 хп. То есть, 1600 хитпоинтов, да? Это очень много. То есть, примерно, если его не сливают, то он бегает по скорчетам. Это очень много, ребятки. Вот такая вот у нас вторая способность, друзья. Обязательно прокачиванию. Я эту способность вообще макшу, потому что она реально очень мощная. Ну и погнали на следующую способность. Итак, друзья, одна из самых сильных способностей в доте, которую я считаю реально очень сильной, это Level Death. Данная способность очень мощная, она наносит магический урон, но здесь есть определенные критерии бонуса на этой способности. Данную способность мы прокачали, хоткей у нас В, и это таргет, который вы можете направлять на каких-либо оппонентов, именно на героев. При этом самая важная тема, что для того, чтобы нанести как можно больше урона, вам необходимо учитывать мультипликацию данной способности. Данная способность в зависимости от уровня прокачки имеет определенные кратности для того, чтобы нанести как можно больше урона. То есть, о каких кратностях идет речь, сейчас я там все поведаю. Ребятки, ходки у нас В прокачали данную способность, как я уже говорил ранее, дальность применения этой способности 600 единиц. Давайте применим, посмотрим, что произойдет. Накладывается мини-стан на оппонента, наносится урон, и больше ничего не произошло. Почему, спросите вы? Потому что не было учтено одно маленькое безобидное, как говорится, действие для бонусного демеджа, а именно мультипликация. С уровнями прокачки данная способность увеличивает количество наносимого урона и также уменьшает мультипликацию, деление левелов. Это очень важный момент. Сейчас у нас на первом уровне деление левелов равно шестерке. То есть все, что у нас делится на 6, то и будет нести дополнительный урон. То есть сейчас тут 10 левел. Давайте пропишем 2 левела. И сейчас у нас 12 левел. Давайте посмотрим, как что поменялось у нас. Ох, сразу как будто 2 демеджа нанесло, да? То есть у нас получается на первом левеле мультипликация левел деса равна шестерке, то есть тут написано 6 мультиплиер. И соответственно, все, что делится на 6, а именно 12, 12 у нас же может делиться на 6, правильно? Правильно, и тогда вы получаете дополнительный урон, равный 20% от максимального здоровья. То есть чем больше хп,
тем сильнее хренакнет левел дес. Помимо того, что он наносит фиксированный дэмэдж, он нанесет еще и бонусный дэмэдж, равный 20% от максимального запаса. И при этом все так же у нас будет жестко. То есть получается, на первом левеле у нас сейчас способность снесла 300 хп. Это очень много. Ребята, это очень много. Первый уровень способности, делимый по мультипликации, наносит 300 дэмэджа. Это очень много, при том, что это магический урон. Ну и что ж, в принципе, по применению вы поняли. Используют как Harass Spell, очень маленький КД и при этом очень сильно дамажит. Обратите внимание, просто и дэмэдж, он, в принципе, неисчерпаемый. То есть вот 3 левел деса почти все хпе слил, при том, что колдаун очень маленький. Давайте разберем теперь более досконально мультипликацию и табличку, которая выезжает уже сейчас. Обратите внимание, дальность применения 600 единиц, базовый урон 125, 175, 225 и 275 единиц. 275 единиц — это хороший урон для этой способности. Следующее, множитель уровня героя 6, 5, 4 и 3. Это и есть мультипликация, но мультипликацию мы разберем на отдельной табличке, где более понятно все расписано. Следующий момент — это монокосты, 110 маны всегда и перезарядка 7 секунд. Данную способность невозможно править в БКБ. Также данная способность не работает в линку. При этом у нас есть эффект, но в линку данная способность не нанесет урона. Как вы видели, все у нас произошло. А что если попробовать сделать вот так? Как видите, у нас, когда левел у нас делится, да, 12, то в линку вы нанесете дамагу. При этом вы нанесете именно дэмэдж, который у нас идет не родной, по-моему, а именно от силы. Давайте посмотрим, то есть я тут не уверен на самом деле в своих словах. Допустим, мы сделаем вот так, сколько снимет. Сейчас мы выясним, отнимет именно, то есть линка блокирует что, базовый урон или блокирует именно левел десовый урон. Посмотрим. Смотрите, 38 тысяч. Да, блочит базовый урон и наносит дэмэдж именно левел десовый, то есть вот эту процентовочку. И это очень круто, то есть вы 100% в линку сможете продамажить оппонента намного больше, нежели чем у вас тут базовый урон. Потому что в любом случае силу, допустим, на пуджа, да, там пуджа 4к хп и 20% от 4к хп, это будет очень много. А вдруг у пуджа линка? А нам все равно. Мы через линку бахнем и нанесем очень много дэмэджа. Вот такая вот у нас тема. Следующее, что у нас там? Монокост 110, перезарядка 7 секунд. Раз в 7 секунд, как говорится, можете раздамажить. Ну и самая важная тема, да, которая у нас тут есть, помимо того, что мы табличку первую разобрали и разобрали, как у нас это работает в линку, как работает в БКБшку, у нас есть, конечно же, Level Death-ная табличка. Обратите внимание, Level Death уровень 1. Когда она у нас будет работать на 100% эта способность? Когда у оппонента будет левел, внимание, 6, 12, 18, 24, 25. Да, кстати, еще один очень важный момент. Не все, да, вот эти мультипликации могут там делиться, допустим, 25 не делится же на 4, правильно? Но есть одна прикольная тема, это то, что Level Death всегда будет работать на 25 уровне, независимо от того, какой у вас уровень прокачки. Всегда, абсолютно всегда будет работать. Но я не думаю, что на 25 левеле, да, как бы у вас будет левел дес не прокачан, или оппонент будет настолько жестко перекачан, это на 25 левел, а у вас левел дес будет 1 левел. Короче, это не котируется. Всегда левел дес будет работать, когда у оппонента 25 левел. Вы понимаете. Второй левел дес уровня, смотрите, который у нас делится так. 5, 10, 15, 20 и 25. Все довольно-таки просто. Ну и последующий. Третий левел там, конечно же, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Ну и четвертый уровень левел деса. Крайне простенько. 3, 6, 12, 15, 18, 21. Ну, 24 и 25 соответствующие. То есть все максимально просто. Образно, если у вас в голове какие-то есть диссонансы, да блин, а как мне посчитать, жесть, если вы играете на миновом думе, левел дес берете в единицу. Тогда с первым левелом, да, вот с первым левелом левел деса оппонент на миду апает. Шестой левел вы дамажите очень жестко. Далее, что у нас как может происходить? Потом можно будет левел дес взять
в два уровня, это чтобы встречать десятые левела оппонентов, ну и так далее. Можно взять в тройку, чтобы встречать восьмые левела, то есть смотрите сами, по этой табличке ориентируйтесь. Ну и в принципе тут, в принципе, строгой математикой вы можете также высчитывать, довольно-таки просто. В общем, как вы поняли, Level Death очень простенькая способность. Если уровень делится, то, соответственно, хренакает, как, блин, вообще не знаю, очень много дэмэджа. При этом худы пайпы смягчат только фиксированный дэмэдж, но не смягчится процентовка. Процентовку вы никак не смягчите. Поехали на следующую способность. Итак, друзья, ну и что ж, крайняя способность на нашем персонаже сегодня — это Doom. Данная способность очень прикольная. Она позволяет засайленсить оппонента и накинуть на него дебаф, который будет наносить постепенно урон. Это такая прикольная моросилка, которая позволяет просто выключить одного игрока, одного персонажа просто в драке. По сути, он будет бегать просто и не будет ничего делать именно магическим каким-то применением. Просто потому, что на нем будет висеть сайленс, он будет по чуть угасать. С уровнями прокачки у нас увеличится тут, конечно же, наносимый урон. И самое интересное, что на 85-й карте немножко поменяли урон. Теперь у нас с Дума урон чистый. А на 83-й карте он магический, но там намного больше получается. Там Дум наносит 1500 хп. Просто если Дум кидаешь, блин, надо бежать, волосы назад. Но в 83-й карте Doom очень легко диспелится, а на 85-й он не диспелится вовсе. То есть, если в 83-й можно скинуть Doom, по-моему, пресс-атакам и афотик шилдом Абадона, то в 85-й так вы сделать не сможете. Так что вот такая вот у нас тема. У нас тут еще имеется Аганим. О Аганиме мы немножко позже поговорим. Ну и давайте о самых интересных моментах, которые у нас тут есть. О применении, как это все работает. Хоткейн СД мы прокачали данную способность, и дальность применения 550 единиц. Вот так вот закидываем. И посмотрите, у нас визажик горит, у него отнимаются хитпоинтики, у него здесь работает пассивочка. Об этом момент чуть позже. И, конечно же, запрещено юзание способности, да, то есть на нем висит Silence, и он получил немного урона. Doom у нас первого левела, и, соответственно, он там дамажит по 20 чистого урона, это немного, конечно же. И у нас, посмотрите, мы вышли, все, продамажены, и все у нас теперь работает. Очень так простенько, да, первый левел, слабенький ультимейт, он наносит на первом левеле всего, ну, 300 урона, да, получается, если там длительность 15 секунд и 20 чистого урона. Очень мало дэмэджа, на самом деле, даже отхил обычный может перебить этот ультимейт. Ну и с уровнем прокачки, как я говорил ранее, увеличится дэмэдж. В принципе, можно уже и разобрать. Вылазит табличечка, и обратите внимание, по табличечке все простенько. Дальность применения 550 единиц, радиус обновления эффекта. Этот момент мы немного попустим. Он с Аганимом, и я вам расскажу подосканальнее немного позже. Следующее, урон в секунду 20, 35, 50. Примечательно, это чистый урон. Длительность Дума у нас составляет по табличке 16 секунд, а по описанию в игре 15 секунд. Кому верить? Ну, не знаю. Смотрите сами. Монокосты 150, 200, 250 и перезарядка 100 секунд. Раз в 100 секунд вы можете кого-то закошмарить. При этом есть тут очень множество приколюх с аганимом и без аганима. Это сейчас мы также будем разбирать. Смотрите, так как мы табличку уже разобрали, она у нас уехала. Теперь давайте поговорим о применении. Данную способность можно накинуть в БКБшного юнита. Показываю, смотрите. Юнит находится в БКБ. Вы накидываете на него Doom, и при этом он начинает получать урон, и у него не работает способность, то есть стандартно Doom полностью работает в БКБ. Неважно, юнит находится в БКБ или не в БКБ. Следующий момент, который у нас тут есть. Казалось бы, Линка теоретически должна блочить Doom, но есть одна фишка. Doom у нас не блочится в Линку. Смотрите. Закинула, Линку сбила, и персонаж горит. Это первый момент. И потом, чуть позже, мы разберем очень интересную вещь с Аганимом. Ну, давайте, в принципе, сейчас, чтобы это все было скомпоновано. Если я подбираю Аганим, да, образно у меня есть Аганим, и ультую в Линку. Линка там есть, смотрите. Линка работает. С Аганимом Doom не пробивает Линку, а без Аганима пробивает. Очень интересная фишка, которую я вам сейчас, так сказать, донес. Но не суть, об этом поговорим немного позже. Далее, что у нас тут есть? Так как у нас Линка блокирует, Линка блокируется... Так, господи, как, блин, как не запутаться?
Так как у нас Линка не блокирует Doom без Аганима, следующие моменты, которые могут вам помочь. Это, конечно же, смотрите, то, что у нас ульт Дума нельзя развеять, это я уже говорил. Вам может помочь какой-то астрал или какой-то перехил, потому что Дума Аганим... У Дума дэмэдж с ультимейта, допустим, на первом левеле он очень маленький. Его можно попытаться как-то перехилить. Если у вас там есть какой-то пайп, то обычной своей регенерацией вы можете перебивать вот этот дэмэдж чистый от Дума. Ну и все вот в таком моменте. Следующее, что у нас есть, ну, в принципе, мы уже разобрали. Doom не диспелится на 85-й карте, на 83-й диспелится. И, в принципе, можно перейти уже к самому Аганиму. Давайте, ребятка, переходим к Аганиму. Поднимаем Аганим и смотрим. Визуального эффекта, к сожалению, у нас никакого нету, а было бы круто, если бы был какой-то подсвеченный меч, да, или там рога горели, там, я не знаю, ну, что-нибудь, какой-нибудь эффектик был. Но, к сожалению, его нету. Давайте закрепим еще один момент. Как видите, у оппонента есть тут Линка, да, и теперь наш Doom в Линку не сможет ничего сделать, когда у нас есть Аганим. А когда у нас нету Аганима, конечно же, я смогу накинуть в Линку, да, вот так вот через Линку, и, конечно же, дэмэдж пойдет. Я там рефрекшн заюзал, поэтому дэмэджа сейчас не наносится. Вот такая у нас тема, ребятки. Что же у нас будет добавлять Аганим? Во-первых, обратите внимание, друзья, на длительность. Длительность стала у нас 16 секунд. То есть, как и было написано в табличечке, а табличечку мы опять возвращаем. И обратите внимание на дэмэдж. Дэмэдж у нас остается неизменным. Но что же тогда добавляется? Радиус обновления эффекта. Он равен 900 единиц. В случае, если вы накидываете на какого-то оппонента Doom, и он находится, этот оппонент, в радиусе 900 единиц, то Doom замирает. Именно длительность вот этого дебафа, она останавливается. То есть Doom висит бесконечно. При этом есть еще одна приколюха. Помните, как я кидал на визажа? Без Аганима у него горела пассивка, а сейчас не горит. Это говорит о том, что почти все пассивки отключаются с Аганимом Дума. Это прямая контра Абадона. Это прямая контра Мартретки, прямая контра Фантома Лансера. Он не сможет копироваться. Мартретка не сможет пользоваться промахом. Не сможет пользоваться критами. Ну и, конечно же, у Абадона не включится ультимейт на пассивной основе. А на активной основе вы просто не сможете включить, потому что у вас не будет гореть иконка. Вот такая тема. Если вы видите какого-то опасного Абадона, собирайте Аганим и контрольте его. С Аганимом Дума очень легко контролится Абадон. Это очень такая жесткая тема. Также, как еще можно использовать Doom? Ребятки, все вы знаете, что накидывая Doom, у нас бывают некоторые приколюхи. Вот образно, да, Пуч заюзал вторую способность. Заюзал вторую способность. И вы во время второй способности Пуджа накидываете Doom. У него вот этот гной у Пуджа, он не отключится. И Пудж будет умирать намного быстрее. Это прикольная тема. Я говорю это к тому, что можно еще сбить эффект, сбить анимацию. Вот образно Джиггернаут крутится и телепортируется. Как сделать так, чтобы сбить ему телепорт? Ведь у вас, у Дума, нету никакой способности, которая работает через БКБ, кроме ультимейта. Если вы накинете в крутящегося Джиггернаута свой ультимейт, вы скинете с него эту крутилку и скинете с него иммунитет к магии. Но при этом Джаггер так и будет невидимо наносить урон, как будто он крутится. И можете сбить левел десом ему телепорт. То есть вот такая фишечка. Ну и в принципе по Аганиму тут более нечего рассказывать. Отключает пассивку, бесконечно действует в радиусе 900 единиц. Ну и в принципе реально является очень мощной контрой каких-то персонажей, у которых есть крутые пассивки. Ну и, наверное, это все. Друзья, теория у нас подошла к концу. Вот такой сегодня у нас был на теории герой. Это у нас Doombringer. И, кстати, очень важное заявление. Ребятки, если вам нужна каточка на Думе в керри, обязательно пишите в комментариях. Как можно больше комментариев по этой теме. Потому что в гайде я не могу уместить все игры. Там Doom Tank, Doom Тройка, Doom через мид, Doom магический. Это все просто невозможно уместить в один гайд на 50 часов. Да, я думаю, и вам самим, в принципе, неинтересно смотреть гайды, когда там 50 часов вы сидите, это долбите. Это реально неинтересно. Ну, а мне, конечно же, было бы прикольно сделать так. А в гайде там две каточки всунуть, да, чтобы можно было какое-то разнообразие посмотреть. Ну, и
отдельно каточку еще запилить. То есть каждый понедельник и четверг, вы знаете, выходят у меня видосы, и можно немножко разделить. В понедельник образ на гайд, а в четверг будет какое-то дополнение, как я, в принципе, и раньше на нововведение делал, но вы дополнение почему-то не очень любите смотреть. Опять-таки, каточка на Думе в Керри, это должно быть прикольно. Через волка, волка. Ну и, в принципе, все. Друзья, пожелаю всем приятного просмотра мощной практики. Сегодня у нас будет реально очень интересная игра на Думе. Их несколько будет. Обязательно поставьте лайк за мое старание. Подпишитесь на YouTube канал. Подпишитесь на ТГ. Ссылки есть в описании. Ну а также еще, если вы не знаете, какой крип будет полезен для нашего персонажа, в принципе, и какие способности у каждого крипчика лесного есть, то рекомендую посмотреть по ссылке в описании видосик. Ну и в принципе все, желаю вам приятного просмотра, друзья, и поехали смотреть интересную практику. Итак, ребята, загружается у нас первая игра, она уже загрузилась, и сейчас мы сыграем на Думе так, как надо. Именно тройка, третья позиция. Дум — это зачастую третья позиция, это хардлайн, это вот эта вот, вот позиция ХЛ. Третья позиция. Вот так вот пишем и идем в хардлайн. Сейчас мы на Думе сыграем по стандартику. И, конечно же, это через грифсы постараемся выформить. Ну и там посмотрим, как игра пойдет. В любом случае, начнем через аркану. И будем двигаться как нужно, от макры отталкиваться. В принципе, будем душить. Что касаемо контроля, то Дум, в принципе, это такой персонаж, который, ну, контрится банальными персонажами с контролем. И некролайтами всякими, всякой вот такой вот ересью, которая может прям очень... жестко напрягать в плане того, что не давать Думу ничего, потом отхилы всякие различные, когда Дум у нас очень слабый вообще. В 83-й карте ультимейт нашего персонажа очень грозно, там 1500 хп просто сносит, тут кидаешь, да, 1500 хп сносит, пофиг. А тут Думчик очень слабенький, там вообще дэмэджа вообще нету, то есть о каких... 1500 идет речь, да, вы не знаете, да, вот здесь это, конечно, ультимейт, просто тотальный мусор, который, в принципе, максимум, чем он может быть полезен, это выключать пассивки, да, с аганимом, опять-таки, без аганима наш ультимейт вообще, в принципе, он, ну, не очень, но, опять-таки, через аганим я очень редко собираюсь, потому что аганим, он сам по себе, да, круто, долгий дум, но толку от него нету, если все равно дум не дамажит так, как дамажил раньше, да, и такая себе тема. Очень хорошо на ранней стадии нам могут помочь саппорты, которые имеют возможность там подзалить ману немножко, да, то есть, ну, как бы вот, вот такой вот смысл, опять-таки, чтобы у нас не было с проблемой с маной, там, цемочка может хорошенько нам помочь и все такое. Касаемо контроль, наш персонаж у очень многих персонажей контролит. Прям жестко. Вот Сайленсер, кстати, очень хорошо моего героя будет подконтрить, потому что у меня герой настолько тупой, что если я умру еще пару раз, у меня вообще маны ни на что хватать не будет. Поэтому, ребятки, будьте бдительны, особо старайтесь не фидить. И еще, кстати, у нашего персонажа есть один огромный минус. Это отсутствие защиты. Наш персонаж беззащитен, это значит, что все дамагеры, которые есть, да, в целом... они будут очень жестко перебивать Дума. Ну и касаемо затара на хардлинию, можно взять вот такой вот затарчик. Простенький, понятненький. И наша задача вообще, сам смысл хардлинии, это не нафидить. И по возможности что-то выфармить. На первом левеле чаще всего берется первая способность для того, чтобы взять что-то. Крипоч какого-то в лесу скушать. На ранней стадии офигенный самый крип — это сатир. Это чисто по моему мнению, у каждого свое. А вот, и сатира хаваете, да, у которого реген хп. И можете стоять, не бояться. Я в хардлайн всегда беру мангусик, дополнительный реген. Почему нет? То есть 1 хп реген. Вот все, смотрите, 1.09 и 2.09. Ну, разница неплохая. И, в принципе, по кайфу. Так, смотрите, там спектра есть ВС. Это значит, что можно сделать аганим. Спектра, она будет очень-очень-очень слабенькая, если я просто буду с аганимом ее закрывать, да? То есть у нее не будет работать ни вторая, ни третья. Это просто будет крип, который ничего сделать не может. Ну, желательно вообще забрать бы в этот момент спектру. Но, смотрите, в принципе, пик у оппонентов очень грозный. У них есть четверка хорошая, есть хороший еще дополнительный саппорт. Назовем четверкой. Хороший керри, образно мидер, да? Ну и тут еще один керри. То есть не знаю, как они будут, какая у них будет расстановка. Кто у них пойдет хардлайн, может пуш пойдет, может сайленсер. Так что, ну, немножко непонятно. Так, ну тут ребята руну спокойно забирают. Давайте вот сюда спрячемся. Ага, это что тут, прорубы какие-то. Так, нам нужно аккуратно пройти, чтобы меня не спалили. Вот так вот, все, начинается у нас игровой процесс, ребятки, погнали. Чуть позже, если на лайн выйдем, ничего страшного. Крипчика закушаем.
И пойдем. Пуч мид. Внизу два сапа. Один сап с спектрой, да? Нормально. Так, мид там, Зевс не поделился с Каром. Стандартная классическая тема. Так, есть. Что за крипчик нас тут ждет? Совух. Это плохо. Знаете почему? Потому что Совух, он пушит лайн очень сильно. Очень сильно пушит лайн. Ух, Кунка какой, смотрите. Кунка еще и четверка что делает. Жесть. Я сразу заберу здесь крипов, чтобы можно было спокойно дальше подойти, да, захавать какого-то крипа. Посмотрим сразу, что это за крип, наверное. Хотя лучше, наверное, пойдем. Ну ладно, 3 секунды потеряем, ничего страшного не будет. Ага, фурболк. Ну, фурболк куда интереснее, на самом деле. Все, погнали. Погнали. Кунка там фул четверка. Обратите внимание, что он там сапог, да, так напрягает. Дает спектре фарм. Вообще гений. На Кунке, на самом деле, какой, смотрите он. Какой гений на Кунке. И меня ты будешь бить, да, еще скажи. Еще и меня будет бить. Венгасе, кстати, станчик дала. Вообще пофигенно было. Фурболга возьмем, можно будет забирать. Так, Венга собирается фармить, да, но я возьму сапог сейчас. В любом случае. Ну, не будет ни мне давать фармить, ни себе. Давай бить его. Хорошо. Опа. Кунка 4 не удалось. Дум очень жесткий, на самом деле, в хардлинии персонаж, тем, что у него есть МС. Есть вот скорчит, это ДПС, да, и очень неплохо с дэмэджем у него. Реально очень неплохо. Вот этого надо гонять, пока есть возможность, потому что Кунка придет, начнет напрягать. Ну, конечно, Венга такая, таракашка. Я сейчас аркану сделаю, нам же лучше будет. Вот зачем он это делает? Дай подфармить, дядь. Аркана. Аркана чуть-чуть. Хорошо. Сапог. Соточка. 100 до арканы и будем... Уйду в лес. Возьму крипа повеселее. Хорошо. Вот так вот, ребята. Пока стоим, нормально все. Кунку разочек зажучили. Зажучили. Так, ну-ка. Оп, этого заберем по-любому. Запилим. Этого можно будет тоже погонять. Еще разочек ударяю. Левел десом. Не, ну не заберу уже. Пойдет. Пойдет. Этот лайн мы выигрываем. Этот лайн выиграем. Кстати, под тэшку сейчас можем зайти. Под тэшку. Нет, не можем. Надо пойти фурболга взять. Фурболга возьмем. Погнали. Кунка побежал что-то там цеплять, наверное. Давайте захилимся, ничего страшного не будет. Так, ну это стик. Возьмем себе личную куру. Купим стик. Хорошо. Купим стик себе. Так как у нас способность Devour первого левела, мы можем не париться и не дамажить крипа, да? Давайте пойдем. Блин, Венга там лоу хп вышла, но умрет. Умрет. Лол хп, чувак, вышел. Лол хп, как пишут некоторые. Эти по магазикам пошли. Давайте вот так сделаем. И это лишняя беготня, на самом деле. Но могу забрать. О, найс, меня захитбоксило. Но не заберу уже. Захитбоксило, герой влево-вправо бегает. Ну да ладно. Так, скорчит. Так, делаем. Хорошо. Фулмана. Что некстом собираем? Смотрите, так как у нас, в принципе, идет все неплохо, мы можем собираться тут
то, что нам необходимо по макро. Это, конечно же, какие-то там БМы можно, еще что-то. Так, ну я боюсь, что меня сейчас Венга немного продает, да? Ему клэ подаешь? Хорошо. Хорош. Левел Д с первого левела на шестерку Дели делится и по кайфу. Клаку можно взять, там очень много магии, да? А можно пока просто фармить. Клака вообще это в принципе метовый артефакт 85-й карты, поэтому можно брать. Сейчас за тавр зайдем. Давай, давай. Хорошо. Ну, с Венгой мы тут отлично сыгрались. Отличнейше. Так, шестой левел у меня открывается. Давайте сходим на базу и реализуем. Я понял. И реализуем. Так, он тоже на базу, наверное, да? Нет, маны просят. Все, найс, тогда оставляем. Сейчас можно будет пойти попробовать Джаггера гангануть, да? В принципе, старт у нас максимально хороший. Хардлайн пока что полностью в нашем распоряжении. Кунка бегает там, эти бегают. Даггер очень хочется. С Даггером по кайфу вообще работать будет. Очень по кайфу. Если сейчас тут нападение будет, то я ТП сюда даю. Хорошо, лучше поможем здесь. Хорош, что-то он так перегазовал с этой торрентом. Я думал, я торрент поймаю уже, но ошибся он. Даггер купим, ребят. Чтоб можно было и Джаггера перекрывать. Джаггера можно было перекрывать. И на топ пойдем ганганем. У нас внизу все хорошо. Внизу все хорошо. Я макшу скорж. 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 Скорчит на максимум. Просто это наш отхил, это наш ДПС. Это очень сильная способность. Плюс МС. Не забывайте. Так, Дум ушел. Ой, Дум. Пуч на топе. Седьмой левел. Да, фармливаем. Тут копейки осталось. Можно на Думе фулл фарм качаться. То есть хардлайн у нас активный, поэтому считаю нужным качать двойку. Да и в целом всегда двойку раскачиваю. Потому что это ДПС, это ХП. То есть, мне кажется, это более чем отличная способность. У меня сейчас 1000 хп без артефактов. Посмотрите. Это говорит о том, что можно просто спокойно докупить еще что-то, и будет прям опасный герой у меня. То есть, образно тот же ВГ, да? А пуш что-то хочет от меня? Не знаю, что хочет. Клина, клина, говорит. Там ребята дерутся. Я даггер добью. Даггер добью и пойду. Хорошо. Войт у нас забавный. Бегает. Чувак, надо было разворачиваться и выходить. Бегает. Пуч. Ох, сейчас как он убьет кого-нибудь. Точно хуком попадет в кого-то. Так, все пацаны там зафидели, но я пока даггер не сделаю и пойду. Даггер будет, пойдем. Даггер будет, пойдем. Что качнем сейчас на восьмом уровне? Сейчас посмотрим. По левелам. Смотрите. На пятерочку, да, это значит 5-10. 5-10. Ну, Джага только пятый. Джага только пятый. Гэмит. Умит. Джага только пятого левела. Но можно вообще левел ДС в принципе замаксить. В принципе замаксить можно его. Я боюсь, если сейчас на миду что-то будет, то там пуч просто меня выхукает, я умираю. Выхукает, я умираю. Тут вот так делаем. Пойдет.
Думчик слили, туда слили, опа. Но пудж выхукает сейчас. Вот не хочется попасть сейчас под пуджа. И забирают же. О, торрент корабли, и мне корабль туда же, в будку. И Хускар так попался забавно. Ситуация такая, что нужно фармить. Нужно фармить. Зевс, кстати, молодец. Даггер откуда-то высрал. У него просто даггер. Найс. Ну, пойдем дальше фармить. Так, смотрите. Что тут, в принципе, можно подсобрать? Можно собрать глиммер, потому что очень такой будет у нас эскейп хороший. Было бы круто. Грифс тоже очень круто. Кунка своим кораблем и крестом будет очень сильно напрягать. Можно сделать и БМ еще до кучи, но... Мне кажется, он не сильно мне поможет как-то, БМчик. Конечно, но можно постараться. Можно постараться. Как-то вот эту тему забалансить. Вот Крис, а? Ух ты, глобалити нажал еще. Так, ну мне фидить нельзя, поэтому побегаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Тычку дать? Не могу, герой крутится. Кстати, Венга могла подсвапать немножко, да. Ну, ладно, ничего не сделать. Ребята играют активно. Втроем, четвером пришли низ. Как Джагу тут не забрал, ну, конечно, обидно. Фиаско. Не могу забрать. Дум крутится, он неповоротливый еще такой. Не смог прокликать. Так, окей. Все-таки Клаку возьмем, ребят. Пусть будет. В глиммер выйдем, если что. Так как мы, в принципе, тройка, нам нужно ждать, пока наши керри нафармят, а наши керри, как обычно, 0-2-0-3. Классика, блин. Ну ладно, не будем огорчаться. Если что, будем переодеваться и будем стараться подтаскивать эту контору наверх. Стрик отдал, это плохо. То, что стрик отдал, это плохо. Крипа можно заменить уже. На какого-нибудь другого. И желательно вообще пару вардов в лес. Пару вардиков в лес взять. Угу. Кто-то фармил. Кто-то фармил. Зевс не стильнет. Хорошо, что не стильнул. Так, сделаем. Смотри, какой пудж крысит. Не хотел сюда вард ставить, но из-за пуджа придется сюда поставить. Что-то золото вообще не дают за эти фражочки. Вот этот вард, кстати, по-моему, заблочил тот кэмп. Насколько я понимаю. Круто было бы еще БМ сделать. Реально прям неплохо было бы. Но там Джага, ему пофиг на БМ будет. А ну против Пуджей, там Пуджей, Спектрулей, да? Было бы неплохо. Пудж, смотри, сразу пошел вард снимать. Ля ты какой. Захейтить бы его. Пуджа этого. Захейтить бы. Да ты что? Ну ДПСит его все равно. Забавный сайленсер. Думал, он уйдет. Не вышел. Не вышел. Так, Doom 2, 2 левела, это хорошо. Пойдем, на топе какой-то фарм есть. На топе какой-то фарм есть. Так, у нас 1800. Можно сделать глимерок. Надо вообще завардиться, иначе пудж всех переиграет. Вот мое суждение по поводу этой катки. Потому что пудж всех переиграет. Абсолютно всех. Давайте вот так сделаем. Так, у нас 2000. Это хорошо.
Эти стандартные мансы нужно произвести. Щиточек в помоечку. Кто там кого убили там? Шах 01B77DB. 0.3 на войде. Чуть-чуть не удалось у него пока что. Слушайте, на низ бы ТП дать, да? Вот этого таракана забрать. У меня левел дес кратен его левелу. Лучше 10 левел, смотрите, с даггером уже. Идет на низ. Будет байтить. Джага будет байтить, и тот прыгает. Я прыгаю, и такое там начинается суета. В принципе, у меня 1300 хп, и я должен его убивать. Независимо. Он даже ничего не успеет сделать, тупо. Ух, динайд будет. Давай драться. Пока там нету. Пока там нету. Хорош. Ух ты, блин, как я раздамажил-то, да? Ну, почти на вставочку даже. Нормально раскайтил их. Пудж думал, ну вот чисто я прочитал этого Пуджа. Знал, что он там будет чейсить. Варди, кстати, решил. Ребят, не забывайте ставить варды, вот. Что я могу вам сказать на полных уверенных щах. Это вард, который вот сейчас стоял, да, он решил. 9 левел, гоу. Прыгай, двойку даешь? Там пол лица у него отстегнется. Хорош. Я в Радиенс буду выходить. Лучше в Радиенс выйти, у меня сейчас хороший буст идет. Вот сюда вард поставим. Сюда вард поставим. Так, пуш может сюда прилететь, а у меня нету ни хп, ни маны, ничего. Я бы такой крипочкой бы закушать да свалить. Пока там крипчик переваривается. Это хорошо. Почему я решил делать Радиенс? Появилось золото на Сакрет, почему бы и нет? Я мог бы сделать и Грифс. А могу сделать Радиенс. Радиенс и после Радиенса все остальное. Пойдет, я базу. Пуч, да, сентри поставил. Крыси, да? Спеку разочек бы нагнуть с Маднес. Радик будет, вообще будет по кайфу, по-царски. С Радиком, конечно. Совсем другой геймплей будет. Очень много ДПСа. Джага. Вот сюда ТП даешь. Ой, хорош, откайтил. Погнали. Ну, я пробегусь. Сало еще по пути можно будет забрать. Невзначай. Но надо спеку. Умрет? Нет, прикиньте, на лоу хп вот она сейчас выжила. Это плохо. Это плохо. Но клэп вот этот, который... Ну ладно, я тут уже умираю 100%. Их жалко. Печально. Он заберет... А, даггер слитый. Вот сюда сразу. Да убиваешь же. Хорош. Молодец. Но, блин, если честно, вот сюда надо, мне кажется, блинковаться и уходить. Не, нормально. Мог Зевс помочь, ребят. Очевидно, просто 100%, мне кажется, мог помочь. Дать ульт сразу, я бы оценил ситуацию. Все по-другому немножко было бы. Но на стил куда лучше, согласитесь. На стил работать куда лучше. Пофиг на тиммейта, который вардит и пытается выиграть игру. Ну, ладно, ничего страшного, ребят. Не будем огорчаться. Все нормально, все по кайфу. Оппоненты переигрывают толпой. Толпой переигрывают. Так, Doom у меня КД. 15 секунд еще. 15 секунд еще. Ультуй. Хорошо. У меня КД. Я бы ему сейчас сбил крутилку ультимейтом. И дал бы ему левел деса. Он бы сдох. Но, к сожалению, у меня КД. Сбил бы крутилку и дал бы левел дес. А у меня КД. Ничего страшного. Добиваем Радик. И начинаем работу. Прям серьезную. Спектра, момчик. Душит Войда. С момчиком.
Вот я думаю, против спектры делать такие или нет. Делать такие аганимы или нет. Посмотрим, поиграем, как пойдет. Нужно было, кстати, Радиенс дофармливать. Я зря, мне кажется. Спохватился, побежал там гангать, убивать. Пойдем на базу. Хотя еще рано. Золота не хватит. Джага на топе, Лотар делает. Это плохо, что Лотар. Плохо. Добиваем тут крипиев. На радик просто, ребят, и все. И уходим. Нужно работать. Нужно работать. Не варик вообще стоять на месте, нужно драться. На базу сходим. Знаете, что хотелось бы? Глиммер все-таки. Чтобы незаметно заходить, там лотары. Лотары там. И варды надо поставить. Пенга, все, АФК ушла. Давайте пару вардов возьмем. Купол. Пенга здесь, хорошо. Спека фармит, там яшки какие-то. Ну, 83-я карта в голове. Но это плохо, с другой стороны. Она фармит, у нас нет такого кора, который как спектра с мозгами. Да? Гоу. Ну, если честно, очень жестко мозги сделает. Хорошо, я кнопку успел дать, отлично. Мозги кунка сделает. И, прикинь, да, с ДДшкой. Ой-ой-ой. Ну вот как же не хватает вардов, да, все-таки? Что это мой керри, ребят, между прочим. Это мой керри, вот он. Это мой керри. Это мой керри на войде. Сейчас бы глиммер зарешал. Жесть. Ну, плохо ситуация. В лейте спектру я не одолею один. А у меня что 10-й, что 7-й слот. И 0-4 и 1-6 играют. Почему-то всегда на керри такие слабые игроки. Не знаю почему, именно вот у меня на гайдах постоянно такая тема. Прям на керри максимально слабейшие ребята. Не понимаю, что с ними не так. Вот там Джага даже, вот этот Джага, который просто в тупую, да, идет. Он даже намного лучше играет, чем этот Войд. Потому что просто тупо идет и фармит. А Войд не фармит, он не может фармить. Или не умеет, или не хочет, непонятно. Ты какой, смотри. Ну я побегаю еще. Я побегаю. Ну зачем ты стилишь, чувак? Блин, этот парень на Зевсе, конечно. А он умирает там, он берет стилит. Вот зачем. Так, глиммер. Ребята, глиммер сделаем. Он бы ушел. Чел. Ай, жесть, ушел бы, ребят. Ну ладно. Зачем еще Зев собрать? Неинтересно же, когда не стилишь фраги по карте, да, ребят? Неинтересно же. Я могу умереть здесь сейчас. Маны нет. Там, о, регенчик лежит, кайф. Регенчик. Корабль летит. Хорош. Но пока спека не ультанет, я живу. Пойдет. Пойдем на базу. Смотаемся. С маной все равно есть какие-то проблемы. Да, хоть аркана есть, но... Грифс. Можно next. ТПшка даст ты. Блин, вообще варды нужны. Так сделаем. И ТПшка. Го, мид. Кунку бы закрыть. До корабля. Опять-таки, если кунку закрываю, спектру некому закрывать. Она просто фармит на спектре. У нас нет таких керри, у нас бестолковые керри. Как бы это глупо не звучало, но это так и есть. Очень печально. Я тут могу не потянуть.
один. Просто реально один в поле воин. Венга молодец. А что ты хочешь от меня? Меня ХД. Толпа в меду стоит, никто не хочет перейти. Опять-таки Джага внизу. По КД ультимейта могу убивать Джагу. Джагу по КД ульты могу убивать. ТП юзает. Я посмотрим насчет некстового артефакта. На команду нет смысла тут собираться. Команды у меня, ребят, нету. Что-то нужно грозное собирать и двигаться. Он Джага просто сплитует. У нас что делают ребята? Просто бегают по кругу. Хускар под, стоит под тэшкой. Если я это выиграю, не знаю, это... Это прям жесть. Гоу. Хорошо, вот так сделаем. Хорошо. Вот этого с руки, по идее, запиливаем. Спектру еще можно. Вот этого сюда вот так вот делаем. Слушайте, он это почти на вставочку. Жесть, как меня замедляет, да? Но я, блин, канусь. Не, ну это и на вставочку еще можно, между прочим. Смотрите, Джага сейчас поведется, нет? Хорошо. Подамажим. Хорош. Но это Rampage на самом-то деле. На самом деле это Rampage. Слушайте, что Next'ом собрать лучше будет? У меня появляется 6000. Можно сделать Октарин. Октарин. С Октарином я буду очень долго жить. Опять-таки, мне нужно как-то скидывать Silence. Можно сделать Манту и бить с руки. Под Венгой, под Волком. Потому что по макре именно тут, мне кажется, будет более адекватное решение. Это под Венгой бить. БКБшку взять, да? Лупить. Давайте попробуем. Будем пробовать, ребят. Будем пробовать. Манта. Волка, БКБ. Жалко Дум КД. Ну, дай мне, плиз. Манта не купил. Да где моя манта? Эй, что? Где моя манта? Она ж не была в инвентаре. Я варды скинул, а где манта? Что? Или я манту выложил сейчас? Что за игра? Или она у меня была, но не было маны? Нету манты? А где манта? Это загадки человечества, что ли? Или я ее выложил? В смысле? А как? Подожди. Где она? Куда она делась? Где моя манта? Подожди, дядь. Лол. У меня нету манты в инвентаре, и ее нету в курьере. Где манта? Ни хрена не пойму. Нету манты просто.
Лол. Просто исчезла. Что это? Где это? Что это за баг? Собак какой-то. Да уж, меня просто изгрызают. ГГ. Ну, ребят, не знаю, какой-то бред. Мало того, что у меня 0.6.1.9, два кора. Это ГГ. Я ни хрена не пойму, где моя манта, куда она делась. Че, жесть какая-то. Короче, как вы поняли, эту катку, естественно, я и не выиграл. Самая первая игра в гайде с хорошими моментами, но с вот такими тиммейтами. Ну, в принципе, стандарт. Погнали некстовую, что делать? Да, ребят, бывают вот такие вот игры, когда просто, ну, нереальное что-то. В команде просто какие-то крипи, криполечки, крипунечки. И это все 6к ПТС, между прочим. Но кто-то заходит 4к, потому что я РЛ ставлю там 2500. Не суть, короче, это смысл такой, наживной, да? Не идешь в центральный коридор, каточку проиграешь 100%. Как ты не отыграешь? Мне еще понравилось, как Джага написал в конце «Изи». Чел, который просто в тупую идет, просто вот так вот. Я бот, я пушу, умер. Я бот, я пушу, умер. И по КД вот так вот умирает, пуша, да, выигрывает. А почему? А потому что вот такой вот он сильный игрок. Вот и все, ребята, погнали. Думчик у нас в расписании и let's go. Посмотрим, кто как у нас по лайнингам. Можно, думаю, на центр, кстати, поставить. Очень даже неплохо в центре он может постоять, парни. Не забывайте, что Doom, в принципе, это сам по себе персонаж, это тройка, да? Мы сейчас пойдем, скорее всего, дальше вот сюда. Блин, и самый лютый фейл, конечно, это в конце был с манты вот здесь, да? Я, если честно, в игре вообще не понял, куда она делась, но пересмотрев реплей, да? Я увидел, что я, короче, прокликивал Doom в это время, пытался курьера подюзать себе, подвести, да, и получилось так, что я нажимаю Doom, Doom, нажимаю курьера, нажимаю на курьере D, да, получается, и курьер так четко сюда ложит манту, что ее, в принципе, даже и видно не было. Да какого хрена вы паузите, ё-моё. Достали, жесть. И, короче, так получилось, что я подумал, что это какой-то баг. Ну и в целом, все равно там игра закончена, два кора АФК стоят. И в целом там я никак соло не дефну. Ну не суть, короче, такая катка, пофиг, пусть она будет. Там красивый ультракил, да, может быть, на вставочку. И реально, было бы круче, конечно, если бы я это выиграл, но там чересчур тяжело. Ладно, не суть, поехали. Некстовая игра на Думе, тройка, еще раз, ребята, еще раз тройка. Надеюсь, ребята в команде будут хорошие. И мы выиграем такие на думчике. Дум тройка сейчас будет. Тот же самый. Третья позиция ХЛ. Третья позиция ХЛ. Также идем хардлайн. Также идем хардлайн. Вот сюда идем. То же самое собираем. Но, возможно, без Раденс. Посмотрим. Раденс был на то, что вот денежка есть. Можно купить. Опять клака тут нарисовывается, вырисовывается. Потому что тут Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage. И один физушник. Три магурона, это уже, значит, надо собирать клаку, да. Ребятки, у нас вот эти первые каточки, это каточки на думе, то, как надо играть, да. Стараться все делать, да, что-то чуть-чуть помогать там команде, где-то соло что-то. Собираться на команду. Затар у нас всегда один и тот же. Не меняется ничего. Круто было бы здесь топорик взять, вот тут подрушить, подрушить. Смотрите, скелетон Кинга взяли. Жалко, мой Аганим не вырубает ультимейт Дума. Ой, ультимейт Леорика с Аганимом.
Мой ультимейт не вырубает ульт Леорика. Жалко, хотя пассивки все вырубают. Круто, конечно, такая разница, да, вот 50 дэмэджа, да, чистого в секунду. И 5.1.5, 5.5, 25. Это получается 500, 600, 700. 725 дамага, да, вот ультимейт только ну, может нанести на этой карте, да, с аганимом. Вернее, не с аганимом, а просто вот на 16 левеле. Такой бред, если честно, очень слабый ульт. В соотношении с ультимейтом на 83-й, когда у персонажа нету, да просто даже вот обычный вивер какой-то, да. Еще и Дум через линку, кстати, помню, 83-й кидается, насколько я помню. Это жесть, конечно. Это жестко. Так что смысл такой. Так, но наша задача это стандарт. Фармим. Душим. Атакуем. Что там, сворма у тебя, да? Можно Ская, кстати, побить. Ская можно побить. Ладно, я заберу. Берем Скорч, погнали. Хорош ракетницой. Давай вот этого тоже побьем. Бьем, бьем, бьем. Он что-то какой-то зашуганный. Я не заберу дальше уж никак. Свормы долго кдшится. Но пойдет. Я монету забрал. Тинкер должен был забирать. Но что-то он стоял втупливал. Огур очень близко подошел. И Тинкер стоит здесь. Огур здесь. Кто ближе добежит, естественно. Так, а Леорика что забрали? О, нет. Забрали Мартретку. Надо будет сейчас Крипия здесь захавать. Мы немножко схитрим. Вот сюда просто подойдем. Эх, не добиваю. Тороплюсь. Тайминга успеть просто. Чтобы был выбор, что захавать. Вы понимаете, да, для чего? Вот сюда сейчас подойдем. Они сагрятся. Там тролли пукановые. Ладно, хаваем, пофиг. Пофиг. Попробуем в аркану выйти. Сразу. И сейчас пойдем этих скелетиков убивать. Троллевых. Пойдет. Раскачка такая же будет, как и в прошлой катке, парни. Поэтому берите на заметку. Видели, какой лайнинг был лютый? Этот лайнинг тоже должен быть хороший за счет вивера. За счет вивера. Как же долго я их буду фармить? В них по 500 хп. А золото за них дают, в принципе, столько же, сколько и за крипа, за обычно, только даже меньше. Только разница, да? Тут 550, тут 500, но эти что-то какие-то более, не знаю, стойкие, что ли. Долго их фармить. Пойдет. Забрали Лёрика. Неоновая подсветка моргает. Приуныл немножко, что ли. Да-да-да, вот этого крипа. Хорошо. Ой, горилка. Так. Сделаем аркану. Хорошо. Вот так вот напишу ему. А что у меня скоро аркана? Надо в лес проскочить. Но не дадут сейчас проскочить в лес. 70 секунд КД очень долго. Ждать потом придется минуту целую. Погнали подеремся, что делать. Таракана, блин, вонючего, забрал. Но я заберу, по идее, его. У меня еще сетка будет. Это, по идее, без сетки забираем. Леорик лагает, блин. Ну, такое, блин, вторая игра что-то на Думе вообще неудачная. Если Леорик вылетает, уже особо интереса нету, блин. Реконнектит. Эти 35 поставим. Он лагает реально, его даже убивать не хочется. Не убивает. Поставь. О, сатирчик. Так, ну вроде все хорошо. Берем левел дес. Левел дес. Левел десик на шестерочку будет. Так, аркана. Мат Тереза. Ну, не очень. Так, напишем.
Мать Тереза говорит. Он так неинтересно. Чё ты Ливера убил, гордиться этим? Лагера Ливера убиваешь. Найс, интересная дота становится. Интересно дота. Вот, вот тут можно сейчас, вот тут Леорик фармит, да, его можно будет уже забрать. То есть тут уже будет поинтереснее. То есть, когда ты гангаешь, и когда ты просто убиваешь Ливера, это две разные вещи. Крипи. Везде достанем тебя, дядь. Наверное, фурболга возьмем, как и в прошлый раз. Вот так вот сделаем. Фурболга. МПшка. МП даю. Вот вам и Аркана на команду, да? Второй раз, вторую игру вот просто подряд выигрываю с пацаном, да? С тиммейтом просто беру и выигрываю лайн, вообще максимально не напрягаясь. Не знаю. Простой герой. Давай, дядь, я потанчу. Немножко. Хорошо. Сейчас у меня скорчит будет. Там 200 маны еще, блин. Ты Криса. Ты Криса, а? Ну как меня скорчит, выхилил, да? Магазин закрыт был. Магазин закрыт. Хорошо. Че, там мы уничтожили просто топ. Ладно, не буду пытаться ласхитить, все равно это не мое. Опа, и думчика туда. Эх, хотел застилить, не дают. Ну, ассисты у меня в этой катке, ребят. Тоже хорошо, на команду работаем. Если сейчас золота много будет, сделаем грифс. Если у вас лагает, латенс вам не поможет, ребят. Не поможет. И как крипы лупят, а? Ты, блин. И прям под эту срань меня застанил, прикинь. Ну, кто знал? Кто знал, парни? Кто знал? Так, ну нормально. У Еса дагер, шестая минута, что? Просто. Че, это Скай надо гангануть, что ли? Я не понял. Скай надо гангануть. Но не ганганем же, ж нету смоков. Смока были бы. Побежал бы, душанул. Гоу вот этих чуваков лучше. Опа. Что мне подсказывает, что Скай тут все равно, да, где-то стоит? Лёрика задушим, сейчас стан будет, Клайпович. Хорошо, пойдет. Там даблкиллы кто-то делает даже. Скай отрабатывает, даблкиллы делает, ребят. Было бы круто, конечно, даггер поиметь. Сходу. Мне... Мало того, что попасть надо... Хороший этот тайминг, так вивер, блин, подруинивает. У меня КДшка, но можно попробовать. Жесть, конечно, вивер фармит здесь. Оп, мое. Комиссия, дядь. Хорошо. Хорошо, комиссию собрали. Давайте глиммер сделаем. Там как-никак Sky, из-за Sky нужно глиммер подработать. Нормально мы топ унизили. Нормально топ унизили.
Сейчас они сделают ТП. Но у меня Doom КД. Можно будет от ноги побегать. Sky Сало будет хорошо снимать. О, Shadow Dance. Стики были. Лёрик, ну жесть, там прибежали всей толпой. Всей толпой прибежали. Мы виноваты, конечно. Но у Вивера то, что нет телепорта, да, он виноват. А так. Ганг будет. Пишет, ганг будет. Я могу вообще фармить. Плевать на игру. Скелет нам прибежал, это самое смешное. Так, ну... Не знаю, давайте так сделаем. 24 секунды КД. 24 секунды КД. С Вивером нападем, но только мне фражочек на этот раз надо. Хоть один. Там их трое. Портретки я Дума кину. Уже не кину. Проверяй. Войти, не спадает. Я понял. Чуваки... А, тут еще и Слиорик. Я понял. Да тут еще и Вижен, что ли? Тут Вижен стоит. Вижен стоит, ребят. Блин, если б не Глиммер, я бы уже сдох. Там этот... Стоит, блин. Да ты что? Отстань от меня. Мартретки я так ничего и не закинул, потому что вся толпа мне Скай потом сало дал, блин, это вообще жесть. А позицию пока никакой не можем составить. Скорчит КД. Скорчит КД. Надо фармить. Даггер, чтобы я на уверенных щах прыгал просто. Давал кнопку. И все. Ничего не закинул сейчас, ничего не нажал. Мог какому-то другому, но лучше мартретки. Сейчас на топ ТП дадим, пойдем пофармим. Скай меня уже не убивает с прокаста. Все, по кайфу. Топе. О, вот это то, что нам нужно. То, что нам нужно. Она спалила в любом случае этот заход. Ага, уходит сразу. Понятно. Пассивкой спалит заход. Пассивкой заходик спалит. Да, фармит там, бегает. Надо пофармить чуть. Да герочек. Вардецкий. Да герочек вардецкий поехала. Собака, да. Сейчас сюда все придут, по идее. А, уже и Скай пришел. Хорошо, вот этот фраг надо бы забрать. И не дают забрать, да? Не дают забрать. Давай, давай, работай, чувак. Хорош. Но что-то мне конкретно не везет вообще по фрагам в этой катке. Ты, блин, мартретка прыгнет. И я тут застилить не могу, блин. То есть... Но Морта не прыгает, она знает, что я в нее буду Doom кидать, типа. Вообще даже тупо не подходит. Doom это для нее строго. Не иначе. И он поэтому не подходит. Но Dagger решит этот вопрос.
Даггер этот вопрос решит максимально хорошо. Поэтому до даггера остается копеечка. Три пачки крипов внизу. Но драка неплохая. 8 ассистов, ребят. Так как я тройка, ассисты хорошо. Это хорошо. Но у меня бы уже, скорее всего, был бы даггер. Я мог бы мартретку соло переваривать. Выразимся так уже. Поэтому, ну, как посмотреть, хорошо это или нет. Что одни ассисты. Как посмотреть. С какой стороны посмотреть, да, что... Можно вообще по-разному раскачиваться, ребятки, опять-таки напоминаю. Может быть, даже был бы импакт, если бы я раскачивал сейчас себе. Девоур. Вот Девоур в разочек возьмем еще, правильно? Пусть копеечка копится. Пусть копеечка копится. Level Death надо в зависимости от левелов оппонентов прокачивать. Тогда будет огонь. Хорошо. Отлично. Возьмем варды и пойдем в лес во вражеский. Мартретка фармит, да? У меня левел хороший. Сейчас, если что, тут ТП-шку купим. Агур пришел. Огурчик. Хорошо, дум берем. Она, скорее всего, сейчас ТП портретку сюда вниз даст. На фарм. Если нет, то я ТП на то даю. Стоит, стоит, смотрите. Левел апает. Боится, понимает. Понимает. Ну вот ты и попалась, имхашная моя козочка. Видели, как засуетилась? Оп, хорошо. Так и попалась. Вот и попалась моя жабка. Ну что, next Грифс. Грифс сделаем, ребят. Грифс next там. Сразу в баклер сейчас выходим. Пару вардиков возьмем. Мартретку я нагнул. Это очень хорошо. Мартретка кдшится. По кд дума надо ее гонять. Просто ловить постоянно. Она такая уверткая, увертливая. Видели? Сразу увидела, да? Сразу. Пытаться убегать. Молодец. Что ты пишешь? Что ты пишешь, идиот? Че? Боже, какой же ты. Так, это есть. Давайте пару вардов возьмем. Пару вардов. 5 вардов можно взять. Погнали. Марита. Марита. Я иду, дядь. Стена быстрая. Я тебя гонять, дядь, буду. Хорошо. Нагли МХ. Так, есть. Есть. Фармим. Почти есть мека. Чем нравится мека, она очень легко собирается. Компоненты. Недорогие. Как там у ребят дела? Что-то вроде никак, да? Я вот начал что-то делать соло, да, а ребята остановились совсем. Нагли МХ. Не забывайте, что когда вы что-то перевариваете, у вас не будет иконки прокачки Девоура. Ребят, не забывайте. Это очень важный момент, потому что
Момент такой, что я видел его жизни. Лёрик фармит лес. Так, окей, го на базу. Думаю, уже почти откатился. С некстовым, в принципе, этим. С некстовой арканой я могу, в принципе, что-то сделать. Меку давайте пришлем себе. Пусть будет. Лёрик вышел пофармить. Жалко, урны нету. Ну, Леорик сейчас лопнет. Хорошо. Скай, смотри, идет какое. А вот и я. Я помощник. Попадает сопле, я улетаю. Не, нормально. Пойдет. Но Дум пришлось слить. Дум для мартретки вообще. Пришлось подслить. Пойдет. Мартретка где-то фармит. Скорее всего, в эншентов ушла. Нужно вард сюда поставить и сюда. И гнобить ее. И гнобить. Но сейчас сначала ТП на низ. Грифс надо уже дособирать, чтобы у меня был сапог апнутый. Пару вардов. Вот эти варды офигенные, кстати. Их вряд ли найдут. Вряд ли найдут их. Стики в помойку. Стики в помойку. Стики в помоечку и пойдем сейчас подвардим. Так вот, возьмем смока. Сейчас внизу грифс добьем. И пойдем эншента завардим. Вместе с Рошаном. Я думаю, почему я не успеваю крипов добивать? Так аура на крипов, блин, неплохо работает. Прям неплохо. Портретка на топе, видит меня внизу на топе. Ну, тревел было бы круто сделать. Чтобы, знаешь, вот первую пачку вот эту пропускаешь, да? Потом двигаешься. Сейчас уже грифс. 100 золота придет за скушенного крипа. Да даже раньше, думаю. Вот так вот, найс. Все, камон. Погнали. О, здорово. Бывает, что могу сказать? Месть Скай называется ситуация. И мартретка подфармила. Но, извините, кроме меня никто не вардит. Это очень печально. Я вот сейчас умираю тупо из-за вардинга на самом деле. Ну ладно. Ничего страшного. Умрут и не убьют. Ну, ракетница, еще бы одну ракетницу туда. Давай, дядя, беги. Т, жми, уже хватит расстояния. Эх, не хватило, да? Прикинь. Как не хватило-то? Так, Лёрика там молния только, да? Погнали. Так, делаем. Я могу с командой двигаться. БМ бы сделать еще до кучи, да? Скай идет с Юлом. Уходим. Надо мартретку искать. Так, Леорик в лес пошел. Я сейчас пойду сюда схожу. Скай идет. Леорик там, Скай тут. Скай на мид идет. Сларк там атакует.
Давайте скушаем. Хорошо, лопнул его. Сейчас тут вардик поставим. Крошпиту. И вот тут. Ага, она только что тут выформила. Ладно, вот так сделаем. Чтоб я зря сюда не шел. У него тоже гриф, что ли? Так дэмэджа ему так мало носится. Хорошо, ману пополним. БМчик сделать бы. Так, это КД у меня. Так, камон, чё вы паузите? Кикают там, кикают. Гоу. Ох ты какая, посмотри на нее, женщина злая. Отстань, я не бизнесмен. А сейчас вот эту зажучим, таракашку. Давай, давай. Можем. Или не можем? Не, не можем. Даю МП. ВКБ где-то отколотила. Но, кстати, двигается она более нормально. Для этих ПТС, для 6К очень неплохо двигается. На мартретке. Так, у меня 2000 появляется. Ломаем. Какого крипа лучше тут сделать? Блин, для Лёрика. Я отойду. Для Лёрика сделать этого, что ли? Сатирчик отскушать, ману сосать по соточке. Умчика. Спасу пацана. 3 секунды. Это плохо. Это плохо, зачем я полез спасать его? Так, ладно, ситуация становится хуже. Этого я спас, а толку сдох сам. Мартретка вообще не дерется, она боится. Вообще желательно тут сделать эгоним для нее. Вообще ее сделать крипом, чтобы с руки ее убивать, пассивки все выключить. Это Рошан будет. Лёрик камбэчит. Лёрик камбэчит. БМ делать. От кого? Вивер АФК стоит. У нас Рошана ломает, она АФК стоит. Алло. Классический тиммейт на Вивере. Рош, ломают. Жестко, конечно. Вивер, как будто, блин, этот... спит, я не знаю. Ну они тут 4, я тут 1. Естественно, я буду уходить. Где вся команда, не понимаю? Сралки где вот эти вот? Хорош. Этому я дам вот эту кнопку, вообще пофиг. Пойдет. Чек. Да чё ты стоишь, чувак? Ждет, пока я ему змейку разобью. У него есть чё-нибудь? У него лотар есть, все есть. Я, если просто сейчас подставлюсь, я, скорее всего, не выйду. У меня даже диспела нет. Уф. У меня даже диспела нету. Так, что next нам собирает? Надо что-то от мартретки тогда. Скай такой противный. Скай противный, жесть просто.
Морта. БКБ, Яша, маска. БКБ, Яша, маска. Можно попробовать радик сделать. Опять-таки радик, смотрите, да? Сделаю я радик. Чем мне это поможет? На этапе на этом. Ждем, дума. Надо все-таки, наверное, аганим сделать. Хотя, блин, вот не знаю, дилемма такая. Лучше, конечно, не аганим. А что-то такое? Вот типа радиант, пассивный дэмэдж какой-то. И сделать этот, Эзериал. И БКБ. Может как-то так. И мартретку закрывать каждую драку, и все. Мартретку каждую драку закрывать. Скай лопнул, хорошо. Не, мне... Сбили, блин. И я без кнопок, найсово. Да промах? Чувак. Хорош. Господи, Вивер, чувак. Не, Вивер провал, конечно. Вивер провал, ребят. Там дасты дали, можно было забрать, но они завардились. Стоят в дефе, хорошо. А Морта там хорошая, действительно. Старается что-то делать. Вивер очень странненький. Вивер очень странненький. Ему лайнинг, Виверу столько фрагов дали, он вообще ничего не делает. Совсем плохо. Сделаю радик. Дальше что делаем? А, надо завардиться. Ну, вардов нету ни одного на карте опять. Вардов нет на карте. Вообще жестко. Мортретка молодец, камбэчит. Не могу закрыть ее, она не подставляется, она не дерется. Дерется один лёрик. И все. Так, ну эти там, пацаны, да, я могу тут кайфануть. И тут кайфануть, в принципе. Молодцом. Даже мне кажется, тут мартретки нужно дать. Реально. Победить эту игру, потому что он реально старается. Реально старается, парень. Без радика, мне кажется, не заберу. 1300 хп, я ее полдня буду гнать. Пачка крипов подошла, можно будет попробовать с этой пачкой. Пачкой с этой. Где с БКБ жмакает. Скай идет. Хорошо. Но я здесь за медло это скину. Хорошо. МХ-шный Скай, да? Смотри какой. Он реально МХ-шный на Скай, походу. Видели, да, что делает? Дасты какие жмет. Под ЕСа. Пересрался он. Давайте возьмем стан. Я так думаю, стан пригодится. Так, и нужно... Надо варды взять, потому что ребята не в состоянии брать варды.
Кстати, Мартретка тоже не исключено, что может она тоже с каким-то софтом. Потому что когда я вот тут ТП давала, она сразу же убегала, да? Видела? И сейчас даже, видите, как она там БКБ нажимает сразу. Может, да, и софт какой-то есть, кто их знает. Потому что эти 6к ПТС на айкапе, что там так. Ну, Аегу взяли, найс. Аегу взяли. Это плохо. В думе... Не знаю, Мартретку в думе держать. Низ под пушу. На ТП приду. Что делать? Низ под пушу. Идем по низу. Гостецкий взять какой-то. Глиммер есть, гост возьмем. И в меду стоят. Пойди. Мартретка прыгает, уйдите. Эй, блин, вот это сейчас они там затеют драку. Да, ну надо ТП делать. По Мартретке не попадает. О, Егу слили, хорошо. Побегаем, чуть попилим. Хорошо, ну Мартретка сгорит на работе. Хорошо. Уф. Ну вот этот Еул вообще не в тему. А этот сдохнет. Хорошо. О, ух, Тинкер подрабатывает. Молодцы. Я не верил в свою команду, но это было ошибочно. Но Мартретка тильтанет, если сейчас пару драк так проведем, да? Она тильтанет, мне кажется. Тинкер, красава. Иссы дает. Может БКБ хоть сделать просто? Вот сейчас прям БКБ. БКБшку сделать. Прям БКБху сейчас сделать, да, я ж смогу каждую драку корректно драться, парни. Эй, Огра кикнули чисто. 0.12 парень играл, да? А его берут, кикают. Крисы. Взяли, кикнули. Погнали БКБ купим, парни. Пробуем. Давайте ЕСУ варт отдадим. Держи, чувак. КПшку сделаем, чтоб можно было файтиться, бегать, да? Крипа надо поменять. И это не волк, нет. В чате по-любому сейчас на премьере пишут: волк, 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 волк. Постоянно других крипов не существует, я вам отвечаю. Когда играешь на думе, всегда пишут: волк, 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 волк. Вообще, это жесть какая-то, ребята. Какой нахрен волк? Зачем он вам нужен? Клэпы, вон, хорошие. АС. Но надо желательно что-то поменять на кого-то другого крипа. Гоу. На крипа на кого-то другого поменять. Что-то типа надо этого. Кобольда. Или кентавра. Явно не вот этих глиномесов. Сларку и Г, походу, да? Хорош, живой. Там Марита в спине бежит. Пашер БКБ. Пашер БКБ. Варт нашли от крысы. Скай там чисто на побегушках. Гем. Скай. Он варт снимает.
Поэтому проблемка. Но нету апсов. Пойдем в лес. Пойдем в лес. Так, опять не то, агры. Но им сейчас оппонентам нужно очень аккуратно играть. Очень аккуратно. Я сейчас, наверное, что-то типа Шивы сделаю. Тут хорошо зайдет. Шива прям замедло и все. То есть тут такой контроль, чтобы был. Контроль нужен. Либо Хекс, либо Шива. Я посмотрим. Но явно не волк. О, есть кентавр. Айс. Живем. Кентавр есть, ребят, живем. Самое хорошее сегодня еда. Большой мужик с конячей жопой. Хорош. Где там Марита? Фармишь. Скади у нее просто появляется с ливера. Просто вот скади появляется и все. Хоть убейся. Ну, это жиза. Так, ну клэп есть на W, да? Прыжочек, если что, станчик поехал. Прыжочек, станчик поехал. Хорошо. Марита начала уже, да? Держи, дядь. Это тебе. Это твое, по праву. О, я стан просрал, как даун, конечно. Ларка там лопнули, да? Ну, меня душат просто, и все. Никто не может помочь. Ладно, это надо, ребятки, все-таки брать аганим. Мартретки в БКБ закинул, да, толку нету. Да ты его не убьешь, тинкера этого. Промах, промах, конечно же. Хорош. Ой, Леорика тут даже. Блин, тинкер молодец, как подработал. Ребят, надо делать аганим, чтобы полностью отключать мартретку. Полностью. Вот сейчас она бы ни меня не убила бы, ничего. Нужно отключать. Ее нужно отключать. Сорян, но тут нужно гоним. Тут ни хекс, ничего такое, ни контроль. Нужно гоним. Тем более их четверо, это минус один игрок сразу будет. Скай меня сразу дезаявлю. Клэп я восрал, хотя нажимал S или H. Насчет медальки, Виверу медалька хорошая вещь. Неплохая. Но не апать ее. Уж явно. Он ее апнул и... Сейчас вот что, непонятно, что делать. Аганим. Аганим хорошо зайдет. Сларку давать аганим. Я чуть пофармлю, парни. Две мин. Аганим надо. Ганимчик сделаем и погнали. Так, блин, гнолов же тоже хавать нельзя, иначе перебафаюсь. Чё за руна? Посмотрим. Ну, лучше забрать. Оппоненты еще могут выиграть. Да, ганима 2300. Ну, мартрет с Аегисом будет, кстати. Скади замедляет. Напряженочка, конечно. Так, есть. 1500 остается. Да, ганимчика. В принципе, быстро. Если сейчас по КД кушать буду. Ой-ой-ой, Сларку ГГ, да? Опасная ситуация. Сларк без БКБ просто скади. Это, конечно, плохо. Так, кто там? Совух можно будет закушать, да? Можно будет закушать. Чуть-чуть остается.
Оп, найс. Один К и будет уже способностью. Опа, они тут все. Они все тут, они все тут. ББ. Один К. И драка началась, да? Один К всего, чуть-чуть. От ХГ. Я могу, в принципе, глиммер дома продать, да? Если прям уж... Замуж не втерпешь, как говорится. Там тем более гем. Глиммер продам. Роша есть. Роша встал. Они Рошана пойдут. Все, золото. Гоу продадим глиммер. Нафиг. Погнали. Воу. Пофиг. Идем. Пойдем по пятам. Но не успеваем, скорее всего. Но если сейчас на Рошане мартретку я задумлю, то будет офигенно. Эх, не успеваем, она забирает, прикинь. Ларку ГГ сходу. Не, Б. Б. Это такой бред, если честно. Ну, клэпни. Это минус Аега, но... Это ГГ. ГГ они сейчас зайдут по-любому. Я куру слил. Но ты же можешь убежать. Не жмет. Просто не жмет. Я думаю, меня сейчас мартрет колопнет таким. А тут поставим. Ладно. Ух ты, меня там обходят уже. Так, куру у меня нету. Рита в меду, я иду. Давайте возьмем ММС. МС. Так, глифа нету, это минус мид, ребят. Ну, Сларк сразу сдох, там диспелла не жмет. А Егис, мартретку не можем закрыть. Это жестко. Так, Тинкеру ГГ сходу, да? Эх, бро. Ой-ой-ой, хорош. Как он влетает туда. Но я умер, скорее всего, да? Эх, он не попадает. Ой, хорошо. И того, вот этих тоже. Блин, ес, красавчик просто. Сейчас очень много сделал. Но я попробую... Нет, стан я не откачу. Я подумлю немного. ЕС просто соло сейчас вытащил. ЕС, пушка. Вытащил. Ах ты, тварына, а. Фиссуру ему туда. Сдохнет. Гем отдал. Отдал, отдал. Ну, пожалуйста, отдай. Да прыгай ты на Сларке уже. Вижен же есть. И таракан ловит ГГ. Ты посмотри, какой. Сларк не жмет. Сларк, жми. Жесть, ребята, вот это, конечно. Найс игра. Есть сейчас много сделал, но Скай не забрали. Он так безнаказанно Скай зашел, да? Интересно, Сларк что-нибудь за эту драку купит? Что у меня тут? Лайн-коуриеры, нафиг они мне нужны, я ж... У меня ж есть. Так, ну нету сейчас Эгиса, надо работать. Можем стараться. Морту закрою и все. Все на базу сейчас пойдут.
Так, это мой курьер ёснулся. Хорошо. Гаста, не вижу смысла брать. Почему, спросите? Потому что БКБшки бегают. Скай, конечно. Молодец тоже. Абиссалы, БКБшки, жесть. Тревел сделать. Гриф срано продавать еще. Еще полезный арт. Барды возьмем, наверное. Хорошо. Смока. Дали люнгма. Сларк что там, башер купил, да? Они могут Рошана сейчас ждать. Но типа... Рошана ждать не варик. Нам нужно торопиться. Это иллюзия. Хорош, даю. Мортретка ГГ минусом, отлично. Морта минус. Жесть-то меня, что так замедляет? Леорик замедлил. Леорик замедлил. Хорошо, ну тинкера лопнули. Эх, и Скай уйдет еще, прикинь. Мортретка на байбек сейчас пойдет, расфорсим. Мид. Мортретка молодец, там держится прям. Скай не забрали опять, как так получилось? Так, диспейла у меня пока нету. 6 секунд, это для Скай. Тинкера я продал просто. Ну, хотя, может и не продал. Смысл в том, что... Опа, брат, фиссура будет? А ты шо? Повиномонгер. Виномунгер. Ладно, и выживет. Хорош. Надо пушить. Байбуякается еще. Ломаем. Хорошо, что с Радиенсом есть возможность поломать немножко получше. Дамага идет. Он идет ультовать, что ли? Хорошо. У меня дум для мартретки откатился. Да что? ББ. Я могу не уйти. Меня запиливает. Морта резнулась, да? Вон морта идет с мантой. Кстати, очень мудрый выбор, манта. Пытаться мне таргет сбивать. Так, у меня есть шестой слот какой-то. Шестой слот какой-то. Мид сломали. Шестой слот. Не хватает МС, если честно. Или байбек оставить пока. Давайте пока байбек оставим. Я вообще Октарин купил сейчас. Чтобы КДшки снизить. Всех кнопок. Не в мид пойдут. Линка на мартретке висит. Так, там у нас есть гему оппонента, да? Хорошо. Гему оппонента имеется. Сюда вард пнем. Чтоб лучше драку видеть. Если, кстати, не гем, я бы, скорее всего, лотар взял бы шестым слотом. Ты что делает-то, а? Пытается слить. Но мне только дум тебе кинуть, чувиха, и ты в таверну полетишь. Только дум тебе кинуть, у тебя ни критов, ничего не будет. Я Ская погоняю. Немного. Хорошо. Отлично. Мартретка, конечно, пытается максимально. Пытается максимально душануть меня именно. Она правильно делает. Идем в сторону. Спокойно. Спокойно сторону сломаем сейчас. Мид толкнул по максимуму. В сторону.
Хорошая игра, на самом деле, потная. Потная. 40 секунд до мортретки. Так, делаем. Байбека у меня нету. Хорошо было бы даже не Октарин, может, а какой-то Шивас все-таки. Ты что кидает? А где Сларк? Бараки не бьет. Ладно, вот так делаем. Сларк не знаю, чем занимается. Мне кажется, занимается фигней какой-то. Портретки нету нигде. Не вижу. Сларк фигней занимается. Могли закончить сейчас игру. Я побегаю, сделаю вид, что я дурачок. Мортретка, по идее, пойдет в драку. Это настоящая мортретка? Да, это настоящая. Хорошо. Сейчас мы гэнг-бэнг сделаем толпой. Оп, левел дес. Отлично. Братец, все для тебя. Все для тебя. Все для тебя. Но парень на мортретке молодец. Он старался. Жесть. Ребят, ну вот такая катка. Doom 3 у нас получилась. И прямо она бодренькая, я надеюсь. Вам такие каточки, ребятки, заходят. А что там Скай себе позволяет? Ух, как я его жандарахнул-то. Скай решил топ-дефать, когда можно было ломать, да? Возможно. Хорошо. Хорошо. Орта молодец. Ну, Аганим зарешал. Ребятки. Аганим зарешал. Бой достойный. Левел дес, как же он хреначит этот левел дес. Но мы еще не выиграли, ребят. Мы не пушим. Еще третья сторона. Третью сторону. Так, Скай вышел уже, их трое остается, да? Надо доломать аккуратненько. Ри будет. Будет. Но не сейчас. А там этот работает. Go. Shadow Dance. Это ГГ. Хорош. Камон. Но если честно, я реально очень доволен, что мы эту игру выиграли, ребят. Знаете почему? Потому что игра сама по себе очень красивая, и такие игры редко встретишь на самом деле. Тинкер молодец, все молодцы в этой катке, прям бодро сыграли. Мартретка очень мне понравилась, она молодец, очень хорошо старается и позиционку держать, да. И может быть даже где-то и решила, что огра просто в игре не хватает, да, и не поэтому не додавили. И в целом и Скай там молодец. Если честно, очень хорошая уровневая такая игра. Даже не думал, что на 6К ПТС можно увидеть такую каточку, ребят. Но она есть. Катка на 6К такая. Вот она, смотрите. Это 6К ПТС катка, между прочим. Это 6К ПТС. Ну и реально прям бодренькая игра, ребят. Обязательно поставьте лайк за нее. И мы сейчас сыграли на Думе в тройку через Аганим. Ну и остается у нас еще одна каточка, здесь будет в гайде у нас, ну получается, три игры, первая игра такая, такая, да, и вторая катка у нас будет через центральный коридор, сейчас мы ее, естественно, и будем, как говорится, делать. Поехали. Ну что, ребята, у нас загружается еще одна каточка на сегодняшний гайд, и это будет у нас Doom центральный коридор, если мы сыграли уже...
через стройку, то сейчас Doom будет центральный коридор, который будет задрачивать, и это будет Doom догонистый, потому что я покажу одну старую стратегию, которая помогала выигрывать очень много игр, и надеюсь, эта катка получится интересной, я надеюсь на это, и будет реально крутая. Ты стример же, я не буду отвечать на это. Какой стример? Скример. Еще Doom был, которого собирали всегда через ВГшку, старый Doom, но через грифсы круче. Через грифсы круче. О, как раз у нас там есть, смотрите, прекрасный син, которого можно будет задрачивать. Игра через тревела, через лотар, через аганим теоретически должна быть и догон. Но посмотрим. Посмотрим. Собака, да. Собака, да. Думчик. Думчик, пацаны. Думчик у нас. Центр пойдет. Сначала соберем фазы. Потом постараемся. Будет у нас тут игра либо через ботл, либо через соул. Это тоже посмотрим. Вот, и... Я собираюсь не тупо по шаблону, да, то есть там сказал, вот, соул сейчас куплю. Будем собираться как требуется, да, если можно будет пользоваться ботлом, я куплю ботл. Если можно будет пользоваться образно тем же солрингом, то возьму солринг. И будет нормально. Так что. А. Что он хочет? Ты стримил? Что это? Я не знаю, что это. Ты стримил на ютубе? Что это? Хз, я не знаю. День оригиналь. Ну хорош. День оригиналь. Ксень оригиналь. Так, через центр. Это значит, что такой топоридзе. Вот это. Хорошо. Так, и далее что? Ну, пойдем так. Почему топорик? Чтобы фармить каждого крипи. Фармить каждого крипи. Желательно еще в лесу что-нибудь сожрать. Полезное, вкусное, аппетитное, чтобы было много белка, чтобы мышцы росли. Но, как бы, поход без вариантов. Так, там вата, 2 ваты, да, 3 ваты. Печь бояться надо от него. Ей-то, не знаю. Я вообще... Ничего не понимаю. О чем вы? Я тут при чем? Надо байтить, пацанов. Надо байтить. Чтоб не бегали за мной. А то доживемся и придется еще и менять гайдовский аккаунт. Гайд аккаунт придется менять. Хочу. Ну, мне кажется, тут не заберем ничего. Пудж. Ага, пудж там. Ну, меня дрочит. Опа, хорошо. Давай, ЕСа. Хорош. Этого побайтил. Найс. Отлично, ребят, отлично. Побайтили чуть-чуть. Забрали 2 фрага. Забрали монетку. Ксин на миду. А попробуем с ксином постоять. Посмотрим, что он может. Так я же... Я же мид. Что этот почтальон хочет на миду от меня? Что этот почтальон хочет от меня? Щиток возьмем, чтобы мало дэмэдж получать. Тут крипа схаваем. Айм Тажик! У него ник Тажик! Ну тут все понятно, в принципе. Понятно, он и не будет уходить с мида, потому что он Тажик. У него ник Айм Тажик! Тажик! Попищ, уходи. И напишем так.
Тажик. Я тажик, пишет. Ну, я, походу, тут буду без левела, но с фармом. Потому что он просто пришел и автоатачит с Райсбендом. О! Все, отлично. Повезло, ребят, помогло. Но левел он у меня, конечно, знатно забрал. Попробуем перединайть. Попробуем перединайть. Не надо вязать, дядь, пожалуйста. Не хочу хапать. Хорошо, ребят, 8 крипов есть. Сколько крипчиков должны сделать и как должны убивать Максина или не должны? О, умирает тажик. Я чувствую, это потма, это будет что-то с чем-то этот игрок. Чувствую, этот игрок что-то с чем-то будет. Хорош. На тоненького. Отлично. Прям на тонюсенького. На тоненького. Угу, руну законтрили. Возможно, это Рики был. Так, манго. Манго. Хорошо. Прикиньте, если бы я сейчас не убил Ксина, это, конечно, было бы жестко. Это было бы жестко. Было бы неприятно, конечно. Я смогу погибнуть, да? Нет, я не погибну, дядь. Опа, смотри какой. Хитер бобер, конечно, но не настолько. Че там? Есть монета. Да го заберем, пофиг. Он сейчас мид подпушит. Там сапог хочет что-то принести. Кто ты такой? Дай сапог принесу. Только не пиши, пожалуйста, СПС, не пали. Я тебе куру дал. Палит меня. Угу. Опоссум. Опоссум. Ух ты. Блин, как гениально я сделал сейчас. Блин, это кайфно. То, что я сейчас сделал, это прям на Водоту отправляет, на серьезно. Водоту отправь. Водоту отправь. Прям неплохо. Ну это гениально, ребят, согласитесь, то, что сейчас было, это прям браконьерская стратегия. Поймал в сетку панду под тавером. Размансил, раскайтил. А сейчас могу сдохнуть, конечно. Эй, каталашку пришел добивать, да? Спасибо. Спасибо, брат, лучший. Спасибо. Сейчас мангус нажмем и убиваем его. Панди. Динаем пока. Я соберу Soul Ring, наверное. Маны нету, у меня 150 маны, да? Это мой Doom и наскорчит 70. Но чуть-чуть надо еще. Чуть-чуть. Сейчас Аркану сделаем. Ой, Аркану, Soul Ringович. 70 маны. 4 маны надо. Сейчас под Т-шку побежим. Просто не очень хотелось бы. Так, он сапог себе принес. Надо было до сапога нападать. Не будем пока бычиться. Пусть Flame Guard пропадет, чтобы можно было двойка раздамаживать. Окей. Окей. 75. Так, есть 75. Хорошо. Все, погнали. Подойдет поближе и погнали. Погнали. Не забывайте дерево рубить, чтобы был заход у вас получше. Да мне кажется, что он ливнет скоро, этот чел. Ливнет. Так, и ТП-шечку надо. Так, фарм у нас идет хорошо. Левел деса я качать не буду. Я на фул под фарм выходить буду, ребят. На фул под фарм. Левел деса качать не буду. Левел деса оставляем в один, потому что я апнул восьмой, а там у него шестой только будет. И вообще, так как я мидер, на один раз можно взять и девоур раскачиваем немного по-другому. Так, ВЦ, все, хорошо. Вот такой затарчик присылаем, девоур берем. Можно поменять сейчас крипа, даже нужно, я считаю. На какого-нибудь более интересного.
Но это пока что... Давайте вот так сделаем. Ждем куру. Хорошо. Соул даю ош. Отлично. Так, делаем раскидон. Пока регенимся. Ману восстановим как можно больше, будет хорошо. Пойдет, неплохо. Почти есть дум. 9 секунд. Так, что левел апнул? Ну, мне не страшно, в принципе. Это ему страшно должно быть. Хорошо. Что next'ом тарим? Посмотрим по фарму, ребят. Если фарм сейчас хорошо... Вообще лучше БМ сделать. Безусловно, БМ... Пирс артефактом, там очень много дамагеров. И пассивный дэмэдж есть от Ксина образно. Хорошо. Пусть Flame Guard восрет. Я нападу. Сейчас уже будет заканчиваться. Хорошо. Отлично. Еще раз девоур берем. Вы видели, как левел дес первого уровня? Раздамажил хорошо. Процентовка работает. Делим его душу напополам. Делим душу его напополам. Некор идет. Некор решил сменить хозяина. На миду. Но мид идет успешно пока что. Дум кдшец. Дум по кд у нас работает. Так, что нам нужно? Нам нужна вот эта штука и вот эта. И сентряк желательно поставить еще, ребят. Хорошо. Немножко у Патмы не зашел момент. Скорчит у меня уже почти есть. Ну, скорчит есть. Есть скорчит. Ману кидай. Так, делай. Отбегай. Тоже фазики у него. Можно будет через сетку его убивать. Чувака на некре. У него, кстати, 6-й левел подловить может. 18 секунд. Кушаем по КД. И сейчас фарм хорошо пойдет. Не, ну Неруб, конечно. Неруб чуть-чуть прогадал. Ребята, там, вон, видите, пушится у вас низ, если что. Я БМ сделаю. Пассивный дэмэдж. Костить. Лучше БМ купим. БМчик купим. Будет хорошо. О, Будгис, Рудгис. Но у меня скорчит КД еще 20 секунд. 20 секунд. Не пойдем уж. До БМа копейка. Надо БМ сделать. Они решили, короче, пушить толпой. Эфисурницы по голове. Оп, девоур до максим. Есть. Сейчас золото упадет, БМ купаем сразу. Хорошо, БМ есть. ПМчик есть, можно поесть. 800 хп. Лучше... Не знаю, можно напасть, в принципе. 6-й левел еще, левел кратный. О, еще и фура дал. Кнопочку. Хорошо. Пойдет. Пойду вот. Все, фармим. Вообще желательно гангануть что-то, надо купить дасты. Надо купить дасты. Рики пришел вообще. Идет бахать же есть.
Хорошо, центрик зашел. Рикимару потеряли. Да посмотри, все в мид пришли. А что происходит? Я не понимаю. Ух ты. А так сделаем. Что за хрень происходит? Я вообще не понимаю. Парни, фармите боковые. Че вы пришли все? Захаваем го на базу. Так, Лотар. Я могу лес пойти. Ага, вон там крипов на топе очень много вижу. Но Лего, походу, туда пойдет, да? Что-то закушать бы. Что происходит вообще? Сетками раскидываюсь, кто-то там поджигаю постоянно. Что за крипы есть? Блин, тут это недокушено. Надо добить. Возможно, вообще вард тут в лесу. И Лотар добиваю, и, в принципе, можно уже двигаться нормально. Возьмем стан кентавра. Ксин на топе. Ксин такой сплитерский, походу, будет. Мид у меня отобрали, пацаны просто встали, фармят. Пойдем на базу сходим. Не будем рисковать. Он без чайнов. Ксин чисто без чайнов. Так, есть. О, Еса приняли. Можно топорик, в принципе, тоже скинуть. Давайте вот так вот сделаем. Обойдем сейчас. Хорош. Ксин, наверное, думает, что ему ничего не угрожает. Но, в принципе, да, ему ничего не угрожает. Что там, есть что покушать? Нету. Что за хрень? Опа, дядя. Скушал. Хорошо. Отличный дум через центр получается у нас сейчас. Вот этого пацана очень хочу захавать. Очень полезный крип на МС. Мы как раз в МС билд будем играть. Ну понятно. Ну понятно. Тогда берем волка, бери. Волка бери! Ребята, не забывайте ставить лайк, подписаться на YouTube канал, не забывайте подписываться также еще и на ТГ. Парни, буду благодарен, если будете поддерживать. Так, у нас есть Лотар Сейдж, поехали, ребятки. Сейчас можно даже без дума пытаться заходить в Лотар, там образно какого-то даже Рики, за 2-3 тычки я его убиваю. Ух, как он его сейчас домогнет. Хорош. За 2-3 тычки я сейчас Рики убиваю. У меня 70 урона с руки. Пудж, ДДшка, Аркана. Что за дела? Пойдем прогуляемся. Рики дальше не пойдет, интересно? Пойдем мид. Погнали. Ух ты, как хукает. Ей, как обычно. Я неудачник просто. Сори. Видели бэкстеп какой? По пуджу. Так, ну вроде все ровно. Мид тэшку ломаем. Идущий хен, я не хен. Чувак. Я не хен. Там драка. Хорош. Есть там еще. Ух. Я бы дал дум ему. Но тут еще ТП. Я поэтому дум не буду давать. Поэтому думчик давать не буду. О, спасибо. Побежали. Ух ты, так тут можно бэкстебнуть и по идее левел десом бахнуть. Там пуч стоит.
Эй, убегаем. Убегаем, ребята. Убегаем. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Че так долго кдешится вот здесь? Так долго кдешится Лотар. В бэкстеба не дал, но заберет. Карапас есть, хорошо. Но сфидит тоже. Ну пойдет, 2000 есть, ребят. Пересобираем тревела. Что за хрень? Тревела пересобираем. Некр сейчас очень много золота поймает. И теперь я могу делать старую стратегию, которую меня, можно сказать, научили времена 13 сезона в Вайкапе. Где-то даже, может быть, 15-го, может быть 13-го, может 12-го. Сейчас я покажу, что нужно делать. То есть максимально простецкая стратегия, которая, в принципе, работает и по сей день, и игрок такой был. Я уже не один раз говорил на стримах, Зодиакер был игрок. Вот он эту стратегию постоянно применял. Постоянно, вот образно у меня, да, ТРВЛ, вот он ТПшится. То есть там два героя, да? Думаю, у меня КД. Вот здесь некр стоит, да? Вот образно ТПшимся сюда, бежим в лотаре. Бэкстебаем, накидываем Думу и чел наш полностью. 8 секунд подождем. 6, 5, 4, 3, 2. Да тут даже так. Да давай ему дуэль делать, несы. Поделим дэмэдж. Вот и все. И в два лотара сейчас. В один лотар вот. Сейчас буду прессинговать вот так всю карту. То есть вот у меня лотар уже почти откатился. Вернее, тревел. Лотар тоже уже откачанный. Сейчас ТП на топ. Они не будут ожидать этого. Настолько такую наглость, да? То есть они пойдут дальше. Я внизу вот вроде свечусь. Я с МХ просто. И это же не прямой эфир. Не, ты что? Ты зачем позориться на прямом эфире? Не сломаем и улечу на ТПшке. Волка бери. Там. Суета. Ну, идем дальше по низу. Хотя вот сюда ты подаешь. Побежали в мид. Опа, найс. И вот, вот так вот вы работаете по всей карте. По всей карте. То есть я даже без думы сейчас работаю, как вы обратили внимание. Просто смотри, у него 9 левел, у меня левел дес. И он раскачанный, можно задушить. Все, вот так вот и душите. Так и душите, ребят. Скорчит будет, можно будет еще. Пока пойдем эншей поколотим. Эншенты. Наше все. И догончика сюда добираете, чтобы можно было более прокастовым быть. Можно дэмэдж собрать, в принципе. Желательно вообще догон сюда докупается, чтобы вы быстро забирали и уходили. Потому что этот персонаж, такой вот Doom, которым я сейчас играю, он очень такой, именно прокаст, да? То есть ты забежал, дунул, убежал. То есть такой смысл. Погнали там, подеремся. Что-то ребята какую-то суету наводят. Let's go. Дуэлька есть? Нет, дуэльки нет. О, какой пуч, хукер. Хокер. Там рипер в меня будет сразу же, поэтому я немножко обойду. Обождать надо немножко. Реген, пойдем заберем. Отмей не нужен, у нее транквил. Ладно, пусть возьмет Лего. У него маны. На халявную ману, бро, дай два. Два, дай на халявную ману. О, найс. Умничка. Жаль, ТП нету. На топе, смотри, какая-то суета начинается. Так, у нас 2200 есть. 2200 есть. Сейчас вот тут забираем и на некстовую пачку, если Ксин дальше идет, на некстовую пачку летим и убиваем Ксина. Так, вроде не заметил, идет он, нет. Хорошо. Вот такая стратегия. Раз, и тут уже если Ксин будет, то он умирает сходу. Не, ушел, да? А Рики может вылезет, кто его знает. Рики вылезет, умирает также. Чисто своплайны вот эти. Так, ну Рики нету. Рики нету.
От некро бы что-то сделать. Я не хочу линку делать, но походу придется. Забираем вот этого крипа. Опять у меня травела КД. На низ бы полететь. Оставим тут. Крипы есть еще. Кто тогда по-любому придет. Так, на рук идет. Хорошо, 4 в меду вижу. Можно побить тут крипев. Хорошо. Погнали туда. Не толпой играют. Толпой. Толпой играют. Кто-то пойдет в лес, интересно, у них. Сентри, наверное. Сентри, наверное. Низ никто даже дефить не хочет. Отходим. Хорошо. Некро запинали. Догон делаем, ребят, все-таки. Та стратегия, которую я хочу, я ее и буду делать. Никакие не дэмэдж билды и прочая всякая тема. В гайде будет вот такие вот 3 каточки, которые мы сейчас играем. Первая каточка лудовая. И 2 такие, которые вот я сейчас играю. И прошленькая, да? Вот что у нас будет в гайде. Касаемо керри билда, да, на думе. Ну, не знаю. Пишите в комментариях. Я могу отдельным видосом сделать керри билд. Если вам будет это интересно смотреть, то пожалуйста, я сделаю. Но в гайде хватит 2 игры. Больше 2 игр я не буду делать, ребятки. Первая игра пойдет, она такая там чисто. Чтобы вы понимали, как бывает, да. Вторая игра потная. И третья вот такая, которая сейчас. 3 игры, больше 3 игр теперь пихать не будем, потому что, ну, не смотрят, ребята, не смотрят, неинтересно. Неинтересно. Так, дальше он идет? Хорошо, он дальше идет, побежали. Побежали, 522 МС есть. Так, ну у меня дум КД 20 секунд, а он по-любому на ремнанте. Чувачело. Что-то он так про АФК шел, даже, наверное, не ожидал он столько дэмэджа. Но пойдет, без дума. Ладно, если это его ошибка, то по кайфу. По кайфу, что он ошибся. Очень много МС у меня, кстати, обратили внимание. У меня тупо 522 сейчас. Ну, почти. Подскорч там. Аура. МС. Апаем догон и работаем по карте. Там кто-то внизу, да, суету наводит. Побежали туда сразу, на тревеле. Тревела есть. В лотаре по-любому 522 у меня. Опа, 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 вон, 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 вон. Гоу, гоу, гоу. Есть там, погнали. Всех задушим. Какая фиссура не кайфовая, дядь. Какая фиссура не кайфовая была только что. У меня МС-а так много, что я просто бегу. Давай, камон. Вижу, есть. Если б чуть-чуть меня поддержали, может. Да не, нормально все равно. Что было КД, я и так импакта внес. Но то, что 2 раза умер уже, это плохо. В такой игре плохо умирать. Дагон еще один есть, хорошо. Так, этот Рошана запинает, да? Где смотреть? Где смотреть его? Ребята, хен. Какого-то хена они смотрят. Где смотреть хена? Так, ну, Ксин сейчас опять золото хапанул. Но я не успеваю. Немножко по таймингам. Ух, как хиляется он по 500 чисто. Где смотреть? Его. Где смотреть его? Так, Рошан, левел 2 догон.
Вниз гоу. Смотрите, Ксин идет. Я сейчас ему навстречу выйду. Вон он идет. Погнали. Влатар, заходите, вот так и ищите. Все, он сюда идет, он умирает сходу. Ага. Вот и вся комбинация. И так задрачиваете. Хорошо. Единственное, этот Дум плохо пушит. У нас есть Лего, дамагер. Поэтому этот билд здесь офигенно зайдет. Так что, ребятки, по чуть двигаемся. Догон у нас имеется, четверка. Догон имеется. Работаем. Го-го-го. И-и-и. Чувакабра. Ну, сорян, сентрей нету. Если я не беру, никто не возьмет. Золота нет на центре. Пойдем не сломать дальше. Еще сюда пришел. Пуджа хотел убить. Та, он суицидец постоянно, мне не везет на это. Нормально. Чаксин, рестница, по идее, либо на топ ТП даст, но у меня КД. Надо внизу засветиться и на вот эту пачку делать телепорт, как раз по времени хватит у меня. Но у меня нету дума. Нету дума. Next Octarine сделаем. Next Octarinчик. Сорян за вот это подкашливание, ребят. Честно, очень устал от этой темы. Как только горячее что-то похаваешь, сразу начинается вот эта хрень. Сразу. Так что сори, парни. Пойдет. Го на некстовую пачку делаем ТП. Как раз она очень близко, эта пачка. И бежим. Пока он будет кату денаить, там пуш еще, но не страшно. Кату денаить. Хорошо. По идее, он умер. Я так думаю. Еще подхукал меня. Пойдет. Давай, давай. Хорошо. Ну, как-то так. То есть, вот Doom такой прокастерский получается. Вы даете левел дес, он пол хп сносит, и догоном добиваете. То есть, вообще максимально легко. Но если у вас успешный мид, да, мид успешно, там чуть подгангали, тогда, ребят, будет у вас успех. Так, это Octarine. Это Octarine, ребята. Это Octarine. Играет то не хуже того. Спасибо. Спасибо. Не хуже, чем тот играю, оказывается. Он тот Самиу. Ребята, помогите парням разобраться, тот Самиу или нет. Так... Вот Самию. Или нет? Вот Самию или нет? Хорошо. Так, ну... Можно тревельнуть сюда. Я думаю, сейчас по-любому кто-то полетит дефить. Думаю, у меня почти есть. Сильвер апнем потом. Ага, Ксин на миду. Но у меня нету варика туда уже двигаться, потому что я далековато. И я приду вообще не в тему. А тут поколотим и пойдем. Погнали. Там задушило. Бегу. Кину или некро? У некро нету кнопки. Так, под центрем можно будет подраться, да? Рики меня блочит. Сейчас по центре выведу Рикимару. Если пойдет. Не хочет, да? Не хочет. Повер.
Синька. Так, у меня кнопки есть, и что, под центрём можно принять. С Акторином Дум будет быстрее кдэшиться, будем... Больше ксина напрягать, я так думаю. По крайней мере, я так думаю. Надо добить Акторин. И по кайфу будет. Ой, фура красава. Две 200, да, уже. Фуру можно отправить. И по чуть начнем уже подзаканчивать эту катку, я думаю. Сейчас еще закушаем в лесочке. У меня мана не кончается почти. Она почти не кончается. Опа, на next пачку можно, да? Ксин, не знаю. Нету дума. Как его убивать без дума? А вот это можно убить, я думаю. Level Death пол хп ему снимет. Да, неплохо. Как хорошо, что у него левел делился. Вы видели просто, сколько дэмэджа я нанес ему? Ах ты, чувакабра. Так, дум есть. Хорошо. Первела сейчас быстрее кдэшиться будут. Но и остается last slot. Угадайте, какой? Эзериал, конечно же. Ну и плюс еще Сильвер апнем. Сильвер апнем. Хорош. Я догон уже будет. Оп, хорош. А где же Некр? Некр, бро, ты где? Некр, ты где там, дядь? Тебя ХГ падает. Хиляйся. Молодец. Как же он хилится, блин, после убийства. Жестко. Я помогу, дядь. Я поможу тебе. Крис, а? Да, там уже ресы. Если б не ресы, я бы догон отдал бы. Догон отдал бы. Отходим. Так, 2700 есть, да, на кармане? Это хорошо. Ну, и Эзериал сделаем. Эзериал. Пойдем сюда. Ребята там сопротивляются. Так, ксин идет, да? Ксин идет. Чувак, стой. Блин, да хорош, да. Что, и ксина не дает добивать, а? Ксина не дал добить. Ксин убежал таки. Но он уже по чуть апается, обратили внимание, да? Ксин-то апается по чуть. Сейчас Рошана пойдем запинаем. Заберем... А Егисы и пойдем ломать. БКБ на Леге надо. Надеюсь, он будет его делать. Волчару можно захавать для дамаги Легиона. Ну, дэмэджа немного даст. У него же не родной дэмэдж этот апается. Поэтому... Нафиг. Бери Аегу, брат. Ты сильный. Там Некор убегает, да? Четыре секунды. Две. Одна. Ноль. Так, дум есть. Хорошо. Он идет покупать что-то. Сейчас я ему помогу купить что-нибудь. Дядя, здорово! И он, наверное, уже устал от меня, этот парень на ксине, наверное. Дастов нет, это так прекрасно. Лучше еще пришел.
Да ты шо? На меня бьют толпой, да? Они убьют. Ух ты! А вот этого дяди я побаиваюсь. Так-то да, страшновато. Хорошо. Мид-тэшка страдает. Сейчас и пушить сможем хорошо за счет Эзериала. С Эзериалом прям кайф. Ребята ломают. Я сейчас тоже подтянусь. Сильвер, да, апаю как раз. И good game. Good game. По красоте прям получается. Пойдет. Так, ну и Сильвер получается. Ой, я еще Сенджу купил. Еще Сенджу купил. Так, Сильвер. Опа, есть. Вот такой вот билд у нас, ребятки, получается. Вот такой билд. И теперь просто нажимаем кнопочки. И критуем всю эту контору. Ну, а, конечно, на 80... какой? Не на 83, а в тех временах, когда я обучался, да, смотрел эти игры, тогда не было Октарина и не было Сильвер Эйджа. Но был Лотар, был Дагон, был Аганим, можно было собирать, Аганим был имбовый. И вот, ну, как бы таким билдом играли. Вот, Зодиакер меня научил играть на этом персонаже, на котором я сейчас играю, именно вот. Вот такой вот конторы. То есть, ребятки, чтобы вы понимали, да? Чтобы вы понимали. Опа. А инвиз равно неуязвимость, между прочим. Я умер. Дум кину. Ух, толпой дают. БМСП нажимать. Победили демонолога. А чё, за байбеки? Гоу. Хорошо, вот так сделаем. Давай-давай, пуджа. Дядя. Хорош. Пуджанчик такой, кстати, еще. Хорош. Ответочка такая чисто. Трипл килл, трипл килл. КДшится у меня все очень быстро, этим можно пользоваться. Прям очень жестко пользоваться. Некр нападет, я уничтожу его. По 30 секунд это остается, да, у нас? По времени. Я сломаю. Бэкстеп даю Ош. И не дает бэкстебных. Не дает бэкстебных. Брат, иди чини. Чини барак. Чини барак, дядь. Катка заканчивается. Да стой ты, ё-моё. Не хочет на некре попадаться. Думчик. Так не хотел на некре попадаться. Блин, там эхослэмщик вывернулся. Эхослэмщик. Шесть. Вот и такой вот дум. Таким думом раньше играли, ребята. Но опять-таки это и сейчас, как вы видите, актуально. Можно покошмарить пацанов в каточках прям. В каточках прям можно покошмарить. Сгорит? Хорошо. Оп, там хуки идут. Так, у меня левел делится. Если я Эзериал накидываю, с левел деса бью, там уф-уф-уф, сколько дэмэджа. Да. Сила, безусловно, дядь.
Хорошо, дамажься. Ой-ой-ой, бро. На меня кусать не надо. За что? Я ж невкусный, я демон. Дай догона. И так и не задышил. Ребят, ну вот такой вот у нас получился еще один геймплей. И на этом, гайд, я закончу. Почему? Потому что три катки, ну две катки, в принципе, хватит. Гайд получился шикарный, каточки интересные. И в целом, для себя, я думаю, что-то вы сегодня, да, и открыли. И по поводу керри игры, обязательно напишите, нужно ли керри игру на Думе. Я ее отдельно запишу, чтобы вы отдельно посмотрели, а не чтобы в гайде было там 30 игр. Это немножко тоже, с одной стороны, неправильно. Будем делать так. Будем продолжать дополнение. Будут там просмотры, не будут, будем что-то придумывать. Все равно будет по кайфу. Что ж, друзья, спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк за мое старание. Обязательно подпишитесь на YouTube канал и подпишитесь на ТГ, чтобы получать информирование по поводу новых видосов, ребятки. На этом все. С вами был Ксаназис и до скорого.